Язычный вопрос. На сегодня, пацаны и девчонки, 159-й выпуск Завтракаста, если кто не знает. И Дима плохо порезал окошки Дискорда. Что не так с окошками Дискорда? Ну там большие черные полоски. Большие черные полоски, это потому что у Денчика камера 4 на 3. В смысле? А не 16 на 9, понимаешь? А, то есть ты это, из этих, которые с кинескопом сидят, да? У него CRT-монитор, что ты хотел? В смысле? Херово. Смотри, зато я могу себя подвинуть какой-нибудь из частей влево, вправо. Я больше не буду себя двигать. Ничего, да? А, ну ладно. UX нет, не слышал. Да, это про меня, вы правы. Ну, смотрите, пацаны. У нас сегодня новый ведущий на полставке. Мы сейчас его еще представим. Для тех, кто типа вот только-только пошел. Только пошел. Вот. Это Денис Ширяев. Он был у нас в спешле про нейросети. У него есть канал Денис Секс IT. И он у нас продакт-менеджер комитета, отвечает за все ваше говно и мочу, которое вы выплескиваете на WC.ru, DTF.ru и TJournal.ru. И сегодня Денис нам расскажет в эксклюзивном интервью, когда он сделает темную тему для DTF. Итак. Ладно, все, спасибо. Всем спасибо за стрим. С вами было здорово. Давай, пока. Я пошел. Темная тема уже готова, на самом деле. Эту смотрел недавно «Темного Феникса». И могу вам сказать, что это такое говно, что лучше бы я не смотрел его. Настолько плохое? Ты знаешь, мне всегда казалось, что фильмы про супергероев, вот в том виде, в котором они хуёвые, они сдохли в начале 2000-х. Ну, то есть там условно какой-нибудь там... Помнишь, был такой фильм «Электро»? Да. Или этот... К сожалению, помню, да. Еще был фильм, где, блядь, у чувака пуля на башке нарисована. Как же он назывался-то, блядь? Пуля на башке? Ну, Daredevil. Первая часть этого Daredevil. То есть не когда сериал был, а когда фильм был полноценный. Но... И это были адский шлак. Просто адские фильмы, блядь. Или, например, еще был «Спаун», тоже отвратительный. «Спаун» классный. Он Spawn был классный, но он был классный до той поры, пока ты его не пересматриваешь в 30 лет. Понимаешь? Я не стал бы так делать. Когда ты его смотрел в 13, он казался охуительным просто. Это правда. Есть ряд фильмов типа «Гайвера», которые не нужно пересматривать. Они супер в прошлом. Ты, кстати, знаешь, что в «Гайвере» играл... В «Гайвере» играл Дэвид Хейтер, кстати. Вы в курсе? Так он только там играл. И Денис такой пытается лихорадочно вспомнить, кто такой Дэвид Хейтер. Я знаю, я типа по фамилиям актеров вообще не знаю. Играл в этом, в «Гайвере 2». Да-да, я знаю, что Уви Болл снимал лучшие игровые фильмы, это сейчас был троллинг, не лучшие. Я посмотрел Bloodborne, по-моему, это был худший фильм вообще, который я смотрел. Bloodrain. А, Bloodrain, точно. Видите, я еще название не помню. Слушайте, хочу Bloodborne от Уви Болла. Прям вот, сука, сейчас хочу. Запилите мне Bloodborne. Нет, кстати, у Уве Болла был один хороший фильм какой-то про чувака, который там на себя доспехи навесил и пошел маршрутинг устраивать. Это единственный фильм хороший, который он снял, по-моему. Нам, кстати, пишут в чате, что Blade охуительно. Я могу сказать, не пересматривайте вторую часть. Вот просто, блядь, ее просто не существует. Вы просто запомните, что он охуительный. Да. И все. Надо только запомнить это. Пересматривать не надо. И вот я когда подумал об этом, что вот были, да, старые фильмы, которые, ну, скажем так, если по современным меркам они говно, но тогда они сказались классными, то вот «Люди Икс. Темный Феникс» — это примерно такой фильм. Как будто он снят в начале нулевых. Но при этом он, блядь, современный фильм. То есть ты его смотришь и не понимаешь, блядь, почему сняли такую парашу? И что там делает Санса? И что там делает Маковой? Знаешь, как, когда Сансу впихнули туда в прошлой серии, я такой тоже смотрел и не понимал, вот она не пришей, кобыли хвост. И самое главное, что даже все ее преданные фанаты, короче, все ее захуесосили и говорят, что типа конкретно вот в этом фильме her performance was underwhelming. Вот, и ты такой стоишь, просто смотришь на человека, которого лицо не умеет изображать, по-моему, ничего, кроме, как бы, знаешь, такой рестинг бич-фейс просто вечно. Ну, во-первых, бич-фейс, во-вторых, это лицо женщины, которая долго голодала, а потом наелась шаурмы. Спасибо за еще одну сексуальную фантазию. Топливо для твоих ночных кошмаров, да. Слишком ярко сейчас образ в голове возник. Неужели не представляешь, как девушка берет
Типа, о, это майонез, мой любимый. Да-да-да. Все еще не понимаю, почему ты еще не подумал. Побольше говядины. А представляешь, у него две шурмы, одна с кетчупом, другая с... Ты не показывай тут на стриме, вот это не надо показывать руками. А потом, знаешь, в кадре появляется французский хот-дог с кетчупом и майонезом просто такой. Я есть захотел. Я понимаю. Давайте. Ладно, начинаем. Мы готовы? Это была разминочка, если что, если кто не понял. Вот некоторые подкасты эту разминочку, пацаны, за деньги на Патреоне дают. А мы за бесплатно. Просто так. Я бы за это не платил, серьезно. Знаешь, ну, им тоже обычно мало платят, как бы, поэтому... Я бы даже не пытался это продать, мне, типа, совесть просто не позволила. Ну, ничего, это еще мы не сделали... Не очень интересный, скажем так, продуктолог. Да, просто... Хороший продуктолог, продал бы что угодно. Хорошо, продуктолог бы допилил продукт и сделал бы его еще более крутым. И продал бы. И сейчас понимаешь. Тимур прямо в прямом эфире сделает. Итак, завтракаст номер 159. И в нашей студии, виртуальной, разумеется, сегодня. Я ваш ведущий Дмитрий Замбак. Я слева, если что, в кадре. Если кто смотрит нас на Твиче. По правую... Это правая рука? Нет, это левая рука. По левую руку от меня, для вас на стриме, правую, сидит наш замечательный гость, который сегодня у нас... заменяет Максимку. Да, ведущий на полставки. Денис Максимович, как пишут нам в чате. Всем привет! Называйте меня Максимом, чтобы не привыкать. Удобно, чтобы удобнее было. Создатель мессенджера ДТФ. Ну, тот мужик, который в середке, короче. Ну вот. И далее за Денисом у нас сидит Тимур Сефильмюков. Это я. Наш замечательный... Маркетолог из Москвы, да. Представь, Денис как-нибудь нормально, Тимур. Ну, Денис, смотри, ты у нас ведь приходил к нам до этого гостем подкаст, рассказывал про нейросети. Мы получили большое количество позитивных отзывов, которые говорили, что нихуя непонятно, но очень интересно. Вот. И, в общем-то, Денис, если вы вдруг не знаете, это человек, который создал мессенджер Telegram и, в общем-то, как бы продал его Павлу Дурову в 2001 году. А до этого я основал социальную сеть ВКонтакте.ру. Вот, да. Зовут меня просто... Павел Дуров. Всем привет. Ну, на самом деле Денис занимается тем, что развивает продукты компании Комитет. Это ВЦРУ, бывший Цукерберг позвонит. Он потом T-Journal и, соответственно, DTF.ru. Вот, так что, если есть какие-то вопросы по поводу того, почему на DTF.ru столько хуесосов, то это к Денису. Вот. И... Он их возглавляет, да, если что. Да-да-да. Ну и еще у него есть классный канал. Отвратительно. Денис Секс IT, где он рассказывает про нейросети. Да не, нормально. Да нет, ну нормально, что... Просто люди иногда не понимают, насколько здорово ворваться в комментарии ДТФ и начать, типа, ну, по обе щеки набирать там в споре аргументов, скажем так. Ну, собственно, я просто могу сам закончить, чтобы вкратце было. Я действительно занимаюсь как бы всякой нашей штукой. У нас целая команда продуктологов, я один из них. Mm-hmm. Вот, и мы делаем всякие прикольные штуки, иногда неприкольные штуки. Вот, а еще в свободное время я пишу про технологии и нейронки, и некоторым это нравится настолько, что меня даже сюда второй раз позвали. В этот раз сказали с лицом и сказали, что вырезать ничего не будут, и потому что пишемся мы вживую. Поэтому всем привет. Вот. Да, они сорвали мою, как бы, мой бутон, скажем так, стриминга. Нам, кстати, Кузьмич из подкаста «Как делают игры» пишет в чате, что забаньте уже Галенкина на ДТФ. Ну, мне кажется, идея, конечно, хорошая. В каждом посте про Epic Store наверняка он приходит и такой: «Нет, это неправда» в комментарии. Не, он смешно мемчики закидывает. Я пару дней назад проверял его профиль, и там опять в тему был смешной мемчик. Он классно вообще, мне кажется, заходит и просто одним мемом решает все проблемы и баги. Каждому бы так. Потому что Серега классный. Я удивлен, на самом деле, что вы еще не сделали нейросеть, которая называется Сергей Галенкин, которая генерит просто рандомные мемы или рандомно отвечает на какие-то вопросы, типа, односложно. А еще вам нужна какая-нибудь нейросеть, которая косплеит Кодзиму. Ну, то есть на все, Охайога Дзимаста и там и все прочее. У нас, на самом деле, 1 апреля была смешная активность. Мы заменили аватарки и ники всех пользователей на сайте рандомно на Гейба и Галенкина. Mm-hmm. Вот, и, в общем, пользователи классно воевали. Такая история. Engagement-то, ух, как вырос. Ух. Ух.
А просмотр это ух, а реклама это ух, вовлеченность-то, вот это я понимаю, да. Нет, на самом деле классная идея была, мне понравилось очень. Вот. Слушайте, ну давайте, пацаны, поговорим про наши продукты. Вот, буквально на секундочку я хотел вам напомнить, что буквально в следующий понедельник, то есть это будет вот через 7 дней, 14 числа, у нас заканчивается предзаказ на наши свитшоты и худи. Вот, в общем-то, мы вот прямо сейчас, вот у вас есть шанс их заказать. Мы были в шоке, что на самом деле более 100 штук уже умудрилось, в общем-то, продаться, как бы, и мы были немножко в шоке, потому что мы думали, что ну, там 10. Мы напечатали 2, и это на 98 больше, чем мы рассчитывали. Да-да-да-да-да. И на самом деле очень, конечно, круто, и, в общем-то, если вы хотите тоже получить классные свитшоты, их два дизайна, вот, то вы можете это сделать, у вас еще есть 7 дней. Вот, впереди, поэтому торопитесь, ухватите себе один, потому что иначе скоро они будут раритетными, и вы больше никогда нигде не сможете их получить. Вот, я вспоминаю историю, как нам реально в чате, мы же делали когда самые-самые первые свитшоты, мы сделали их чисто для друзей только. Вот, и самые-самые-самые первые свитшоты, короче, разошлись вот там, типа, очень маленькому кругу людей. И у нас реально в чате выкладывали фотку, идет какая-то женщина, типа, в таком свитшоте, и все такие, бля, это кто, откуда у него такой свитшот, короче? Мы такие, типа, блядь, реально, откуда? И так получилось, типа, что оказалось, что это жена Илюхи Овчаренко. Ее спалили в магазине и сделали фотку издалека, короче, что вот, 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 вот откуда у нее, короче. Ну, оказалось, что Илюха ей дал. Поэтому, в общем-то, на его жене он смотрелся как, знаете, как этот балахон, который от дождя, знаете, вот дождевик, плащ такой огромный. Нам знаешь, что нужно? Я думал, подумал о том, что нам нужно все-таки балахон и дело с надписью «Ария». Это, кстати, отличная идея. Просто находите то, что открываете Google тренды и смотрите популярные вещи. Fortnite. И снизу завтракаст. Ну, ты же у нас обложки подкаста. Причем стилизованно, знаешь, такой вообще отличная идея. Я куплю у вас балахон обязательно, если там Майнкрафт будет. Типа Майнкрафт завтракаст, и я прям... И две кирки да, такие перекрещенные. Да, да, да. Майнкрафт просто лучшая игра в мире, если бы не знали. Кирки, да? Нам предлагают три размера свитшота. Тимур, Дима и Максим. Ну, или и эсочка для Дениски. Ну, короче, в общем, мы сделаем что-нибудь такое прикольное, потому что, напоминаю вам, что прошлую тестовую партию футболок мы когда делали, мы сделали ее с логотипом одной там компании, которую нельзя произносить, потому что наши, все видео наши забанят сразу же автоматно. Вот. И, в общем-то, получилось... Из рук в руки? Это же не игровая компания. А, блин. Там именно игровая компания. Короче, пацаны, в общем, в чем прикол? Заказывайте, осталась всего неделя, вот, а мы, в общем-то, начинаем наш подкаст. И, как вы понимаете, самая главная тема недели, как, ну, естественно, без нее вообще никак, потому что всю неделю только все об этом говорили. Просто из каждого буквально утюга говорили все о том, что Мадс Миккельсен приехал на Комик-кон и играет. Да, про Мадса Миккельсена. Да, столько мемов вообще. Огромное количество было мемов. Все говорили, вообще, как бы, известный актер умудрился приехать, и вот, как бы, соответственно, там все пытались дать ему интервью, сфотографировать. Все новости, и других новостей на прошлой неделе просто не было. Да, поэтому, то есть, пацаны, как бы, Мадс Миккельсен совершенно отлично, там люди сделали ему классные, например, там всякие, как это, фан-арты, сделали офигительный артбук, в котором, типа, когда ты его открываешь, а там фотки всякие и арты с, ну, этим фан-артом. Мадса Миккельсена в голом виде, в разных позах, да. В фотошопе, на фотошопе. И так, знаешь, так, Tinder Girls такие там просто. Макс, Мадс, а ты посмотрел наши картиночки? Хорошие такие, красивые картиночки. Мадс, разденьте, пожалуйста. Вот. И еще, кстати, там был такой прикол, что какого-то японского разработчика тоже еще привезли. Малоизвестного. Я не помню, Индии. Когда Дадзима, это вид спорта какой-то у него. Дадзимас как-то там. Что-то типа. Замима. Замима. Хидео Кодзима. Да, Хидео Кодзима, точно. Короче, правильно в печати пишут. Господи. В общем... Хидео Кодзима. Да, короче, Хидео Кодзима — это тот самый чувак, который сделал игру Punisher. Вот.
И... Подожди, они там птички, когда кидаешь в блоки, не он делал? Натягиваешь? Популярная игра на iPhone, нет? А, это которую еще на Game Boy выпустили, и он потом в Angry США Gears? Уехал. Angry Gears? Да, Angry Gears. Gears. Что-то такое было, короче. В общем, Хидео Кодзима приехал... вот отличная, кстати, картинка сейчас у Димы была на стриме, где, знаете, там дядя Батыр с дядей Кадзоевым, короче, встретились, да. Вот, и... Я могу сказать, что, конечно... Дядя Батыр, сука. Почему дядя, блядь, Батыр? Вот мои чпачмаки. Встретились, чтобы попить айрана, короче, да. Ну, что я могу сказать, пацаны? На самом деле, конечно, Хидео Кодзима крутой чувак. Я немножко в шоке от того, насколько сильно раздули хайп по нему. Он что, не заебал за прошлую неделю? Мне просто невозможно было читать эти новости. Меня заебало то, что про него говорили везде и везде писали. Это как бы, простите, пожалуйста, за сравнение с Гретой Тунберг, которая, понимаете, ее дичайше ультра, просто гиперфорсили отовсюду, короче, и народ такой начинает, типа, говорить... Бля, пацаны, что-то вот как дохуя новостей про Грету Тунберг. Это вообще, блядь, кто? И тут же, знаешь, миллионы статей. Кто мужики, такая Грета Тунберг? Мужики хуесосят бедную Грету Тунберг, потому что у них бомбит от маленькой девочки, которая говорит правильные вещи. Мужики такие говорят, да не-не-не, нас просто заебало, что вы о ней пиздите очень много. Да, бомбит, ха-ха-ха, короче. И я просто наблюдал реально эти ситуации в интернетах, когда там просто пиздец. Ну, то есть люди просто говорят, а можно не 40 новостей в день про Грету Тунберг, а хотя бы 2, короче, говорят. Все, а у вас бомбит просто. Так, да, бомбит, что новостей много. Нет, не так бомбит. Мы поняли, что у Тимура бомбит от Кодзимы. Меня бомбит от количества новостей просто, короче. Я был в шоке, что его просто, сука, просто отовсюду. И к нему привязали все. Хуёво организованный игромир. Классно сделанный игромир. Как бы. Карты тройка. Иван Ургант. Карты тройка тоже с Кодзимой? Приложи Кодзиму к метро, пройди два раза? Там история примерно. В том, что Мосметро брендировало карты с его автографом. Их уже спалили на Авито, их продают по 50 тысяч рублей. Чтобы ты понимал, карта, в принципе, стоит, по-моему, легкий способ заработать. Просто там берешь роспись Ленина или кого-нибудь. Это знаешь, брейнсторминг в метро. Нам не хватает денег на новый эскалатор там на станции метро Кропоткинская. Что будем делать? Давайте карты с Кодзимой продавать, охуенно будет. Мне в этой истории не нравится то, что это был локальный мем нердов. Ну и весело всем, типа, радоваться Кодзиме и шутить про него и про его гениальность. А теперь, типа, люди случайные в метро, я в Москве на той неделе был, я подглядываю всегда в телефоны, когда кто-то смотрит. Я такой человек, который за плечом у вас стоит и смотрит, что вы делаете. Вот, и смотрел, как женщина в Инстаграме смотрела, как там Иван Ургант что-то там, и Кодзима, она лайкнула даже. Ты же даже не знаешь, не играла ни во что, что он делает. Я тебе вот скажу даже больше, 99% людей, которые угорают по Кодзиме, не играли в его игры. Например, Тимур. Я играл в одну игру, Metal Gear Solid 1, поиграл чуть-чуть в третий, бросил сразу же, и поиграл чуть-чуть в пятый, и бросил практически сразу же. Вот. Отвратительно. Есть такие люди, которые не играли в игры от Кодзимы? Серьезно? Я в четвертую не играл. А Death Stranding будешь играть? Не играл. Популярная игра выходит. Да, как бы вот мне, если мне дадут бесплатно, я поиграю. Симулятор ходьбы. Я люблю симулятор ходьбы. Я тоже, я не понимаю, кто может жаловаться вообще на такой. Я еще на самом деле люблю вот эти все истории, знаешь, когда вот какой-то сакральный смысл вносится в социальные интеракции, когда, знаешь, там, например, как в Джорни, где ты можешь встретить там человечка, и ты не знаешь, кто он, типа, ну, вы можете друг другу помочь, а можете не помогать. Кстати, про Джорни, извините, что я напоминаю, прям такой резкий пивот, короче, пум. Короче, тут недавно была преза с Дженовой Чен, с этим чуваком, который, собственно, создал Джорни, и он рассказывал о том, как они, типа, ее создавали игру. И он рассказал интересное, что они... реитерировали огромное количество различных типа вариаций того, как должен работать мультиплеер. Вы же помните Джорни, да? Как я помню свой шок от того, что я увидел человека. Ну, то есть я увидел что-то, я думал, что это бот.
но он слишком разумно вел себя для бота, и я прям крипово в какой-то момент стал. Так проклятые боты обманули Дениска очень. Да-да-да. Ну и, короче, что ты думаешь, они, оказывается, исходили из того, что мультиплеер должен быть все-таки более такой, типа, tangible, то есть, чтобы, как это сказать, ну, короче, в общем, так получалось, что они хотели, чтобы люди друг другу больше помогали, чтобы были ресурсы, чтобы были ресурсы, которые они между друг другом распределяют, которые находят, чтобы люди, например, там дергали за всякие рычаги, и, типа, человек должен был бы выбрать, кто за что, типа, кто что делает. И, то есть, мультиплеер был лучше бы ощущался именно как мультиплеер, вот. При этом все то же самое было бы случайным образом. В общем, после кучи фокус-групп и реитераций они поняли, что это нихуя не работает, потому что люди не помогают друг другу и просто уебывают вдаль. А ты стоишь, блядь, с рычагом и дергаешь, и не можешь никуда зайти. Вот, и они, в общем, там чувак этот, Джиновый Чен, он типа разочаровался в человечестве, вот, впал в депрессию, а потом пошел и типа через полгода переделал игру, вырезал все нахуй, короче, оставил типа максимум, что, ну, вы когда прыгаете вокруг друг друга, ну, чуть-чуть повыше прыгаете. А ты прикинь, как Кодзима разочаруется в людях, когда, допустим, представим себе, что в Death Stranding есть какая-нибудь глобальная цель, которую можно достичь только там сообществом игроков, как это было в пятом Metal Gear. Разоружиться как... всем. Типа, да, вместе. Всем разоружиться. Представь себе, что есть там какая-то глобальная супер-пупер цель, и в результате открывается какая-нибудь там мега-концовка. И, знаешь, a few moments later, прошло 6 лет, никто так ничего и не сделал. Бля, я вспомнил эту историю про Division 2, где они в июне добавили, короче, секретного босса, и его никто не нашел. И недавно разрабы такие сказали, ну, если вы пойдете там в эту локацию, там что-то там сделаете, короче, будет секретный босс. Все такие, ну ладно. Division супер токсичный, когда речь о мультиплеере. Но вообще вся эта история, мне кажется, да, то есть если бы этот чувак, который Джорни делал, поиграл бы в мультиплеерные игры до того, как взялся делать свой мультиплеер. Желательно с чатом и желательно там, где половина игроков европейцы, а половина русские. Или, да ладно, можно просто наши сервера какие-нибудь... Arma 2 от Don DayZ, ну тот как бы изначальный, когда ты там с лутом бегаешь, тебя окружают и сливают у тебя кровь, типа, потому что им весело, и заходят, тебе угрожают, и вообще эти видео, они были отвратительны, я когда первый раз увидел, не верил вообще, что такое возможно. То есть там подбегает чувак с тобой капельница, говорит, не-не-не, братан, мы тебя сейчас убьем, если будешь шевелиться. Ладно, хорошо, главное, лут оставьте. Я видел такую же историю, как чуваков, типа, сажали в автобус, везли в лес, причем, ну, типа, под дулом автомата, и заставляли в бойцовском клубе сражаться, короче, на ринге. Это было отличное видео. Заметьте, что такой интеракции нету сейчас в видео играх. То есть, либо, видимо, всем надоело, либо все люди поняли, что это, в общем-то, не работает на плохую сторону человечества, либо скажем. Либо ты просто пока онлайн не играешь. Мне кажется, что гейм-девелоперы понимают, что давать слишком много свободы в виртуальном мире не очень хорошо сказывается на, как бы, на токсичности комьюнити, скажем так. Нам тут вспоминают нашу историю на стриме Растыка, где нас с Максом посадили в лодку, отвезли на отдаленный остров и бросили там. Ну, на самом деле, я бы, кстати, поиграл бы в Раст. И поиграл бы... Знаешь, еще во что-то? Ни за что! Я же ему играл, мы побегали голыми 20 минут, было весело. Да, потерлись друг от друга. Я бы играл бы в Майнкрафт. Я согласен. Я играю по вечерам и строю свою девятиэтажку, потому что, как я уже говорил, это лучшая игра в мире. Я предлагаю поиграть реально в Майнкрафт. Я даже написал уже в саппорт Microsoft и говорю, типа, какого хуя я купил Майнкрафт, и я не могу восстановить ничего. Мне говорят, а у вас какой-то там Legacy аккаунт, и поэтому, типа, вот этот процесс займет очень долго времени, и я забил. Тем временем... А что ты восстанавливаешь в Майнкрафте? А там, типа, у меня был постройки? Аккаунт, который был... Не, просто аккаунт, ну, как бы купленная игра на ПК. А, ну, я понял. Ага, окей. Понимаешь, чтобы не покупать ее второй раз. Потому что Майнкрафт, напомню тебе, все еще 2000 рублей стоит. Тем временем подкаст Double Beat занес нам 50 рублей. Что беспокоит вас сегодня? Отсутствие рекламы в подкастах. Nintendo занесла нам сколько-то денег. С чем вы меня дошутитесь? Засужу за ворованный дизайн. Но мы молчим, он мы даже не называем. Не ворованный, а творчески обработанный. Реакшн видео, реакшн лого, да. Да, да, да. И наконец шериф ДТФ занес нам 50 рублей и написал: не, ну это бан. Все, Денис. Спасибо, бро. Спасибо, парни, полтинник потом отдадите в конце стрима, как договаривались. Паспорт вернем для начала. Давай мы сначала это обсудим. Так, давайте про Кодзимыча быстренько закончим. Но вообще, у меня больше к вам вот это все история в плане впечатления. Вы.
А, никто из нас же не был на Игромире. Или ты, Денис, ты был все-таки? Нет. Я был в Москве в это время, но я стараюсь избегать мест густонаселенных, как это получится сказать? С большим скоплением людей, да. Да, я посмотрел на Инстаграме, на Ютубе, и все, как будто там побывал. Ребята из ДТФ ездили, но я так, слушайте, удаленно. У меня вот какой вопрос возник. Я когда поговорил с людьми, которые там были, у всех спрашивал один и тот же вопрос, и только один человек мне на него смог внятно ответить, короче. Я спросил, а что, какие игры дали поиграть новые? Игры? Что? Все такие, типа, чего? Чего? И только один человек сказал, у THQ был прикольный стенд. Дали поиграть в Биомутант. И я такой, что-то мне это напоминает. Это в тот, которого мы играли на прошлом Громире? Да, да, он еще не вышел. Вот. Он не вышел, да? Да, да, короче. И вопрос вот какой. Реально, это единственный человек. Я человек 30 спросил. Мне никто не смог ответить. Никто не смог ответить. Потому что все ездили поиграть с Кодзимой. Поиграй в Кодзиму. Да, но вопрос в том, что Кодзима... Некоторые играли со своим Кодзимой прямо в метро, да. Я так и не понял, реально, как бы, ну... Никто не смог сказать, во что он поиграл. То есть люди говорили, там, художники, косплей, там... Ну, в очередь... В какой-то уровень, не знаю, затрат. Во что еще ты можешь играть? Переполненное метро. Ну вот, да, как бы тоже. Я вот сейчас смотрю на скринах, Дима там мотает, короче. Вижу, ну это там, явно бизнес. Майнкрафт Dungeons, короче. Mm-hmm. То есть это, который Diablo в мире Майнкрафта. Ну, боки. Но, а что еще-то? Как бы? Death Stranding-то не дали поиграть. Там же показали 40-минутный геймплей какой-то. Тот самый, который до этого. Мне, кстати, очень нравится, да, вот эта история. То есть ты едешь на Игромир, хочешь посмотреть на Death Stranding или там поиграть в него, ну там сфотаться с Кодзимой, там взять у него автограф. Ну, то есть как-то, знаешь, какой-то интеракшн у тебя должен происходить с гением, да, и так прочее. А в результате ты приезжаешь туда, тебе показывают тот же самый 40-минутный ролик, который, если ты действительно фанат Death Stranding, то ты видел его до этого. И, то есть ты 40 минут зря потратил. А если считать количество очередей, которые ты стоял, то часа 2,5 ты потратил на то, чтобы посмотреть ролик, который ты уже видел. Зато на русском. Вот. Мне кажется, физически сложно, когда там приехало 15 тысяч человек, каждому, ну, типа, Путин игру доделает, хватит. Ну, типа, если я всех не спорю, их пустить Кодзиме. Но, с другой стороны, смотри, история была в том, что там были какие-то проходки, да? Ну, то есть, там, Кодзиме, условно. Желающих было так много. Ну, то есть, как бы, организаторы этого не знали, что ли, или что? То есть, что люди пойдут туда как сумасшедшие? Почему продали проходок больше, чем впустили туда людей? Ну, то есть, как бы, ну, там, это сын странно, нет? Ну, там писал в Твиттере, что якобы на 3000 билетов больше продали. Да, это как-то какие-то... Ну, то есть, это довольно странный подход к организации, на мой взгляд. Но, с другой стороны, кто мы такие, чтобы считать чужие деньги? Если люди хотят упарываться, то пусть упарываются. Ну, то есть, как бы, вот тебе теоретически есть возможность... Да, пойти. Кстати, я вообще думал о том, что вот эта вся история о том, что у нас проводится Игромир Комик-кон, понятное дело, что они проводятся вместе, ну, потому что по-другому, блядь, никак. Вот. Но мне кажется, они переросли формат, им надо реально разделять выставки. Ну, то есть, условно, на Комик-кон привозить там какого-нибудь артиста, там, типа, того же Матса, пожалуйста, да. А Кодзиму привозить на Игромир. Ну, то есть, как, вот как ты разделять эти моменты? Потому что, когда эти выставки смешиваются, мне кажется, происходит вот такая вакханалия, как сейчас. Ну, то есть... Я, ну, тем более, явно в интернете видел о том, что этот Игромир худший. Они как-то сами себя переиграли в плане Кодзимы, потому что в итоге весь вообще информационное поле было забито только Кодзимой. Да? Люди шли только на Кодзиму и разговаривали только про Кодзиму. А все остальные игры, как бы, например, там вроде же даже привозили, показывали что-то с этим, с Киберпанком. Я только увидел у сотрудника, у знакомого сотрудника CD Projekt Red, что я в Москве... У нас стенд Cyberpunk, короче, и все, вообще никто ничего не говорил больше. Да, короче, а вот этот косплей, вот этот вот девушка с... Членом, членом, называй вещи своими именами, конечно. Можно говорить? Можно. Вообще? Да. С членом. А вот да. Это отсюда было, с этого Игромира? Я думаю, что да. Самый классный косплей, который был. Я просто к тому, чтобы вы понимали, что параллельно с Игромиром и Комиконом московским шел Комикон нью-йоркский. В отличие от московского Комикона, на нью-йоркском было еще куча анонсов, всяких там сериалов, показали всякие трейлеры там и прочее, короче. А на московском Комиконе Кодзиму показали. Понимаете? Премьера Кодзимы была. Вот. Ну, знаешь, если сравнивать истории, ну, то есть, как бы, что бы ты больше ожидал? Встречу с гением или
анонс очередного, там, я не знаю. Netflix эксклюзива. На. Слушай, у нас с тобой куча друзей и знакомых прикоснулись к телу. Все, каждый просто похвастался тем, что удалось сфотографироваться, получить автограф, взять интервью, пообщаться, сообщить. Но самое главное, что честнее всех, по-моему, сказал в этом плане Вадим Елистратов, что он каждый раз отвечал всем все одно и то же. Ну, так логично. И смотрел с лицом, как мне на вас, на всех поебать. Просто. Ты знаешь, как его заебали за это время? Я просто только представил о том, что... Ну, я понимаю, что типа он такой вынятый чувак, как бы, которому очень нужно, типа, чтобы про него все писали и говорили. Он там просто наслаждался явно тем, что такой ажиотаж создал. Вопрос в другом. Вопрос в том, что... говорят же, что он там что-то типа 10 или там 15 интервью дал за день. Вот. Ну, то есть он такой сделал, что интервью я бы так это назвал, да. То есть он такой, он весь день хуярил интервью без перерыва, понимаешь? Вот настолько чуваку хочется, как бы, чтобы про него написали. Ну, мне кажется, это просто он, как японец, переживает за то, что делает, и это невежливо отказывать, поэтому он соглашался на почти все интервью, которые до него доходили. Они же очень вежливые люди. Я из газеты «Сельская жизнь», да, могли бы дать интервью пару? Копейск. Копейский рабочий, да. Когда, да. Копейский, да. Рабочий. Я удивлен, что, кстати, нет фотографии Кодзимы с Копейским рабочим. Потому что есть даже Анджелина Джоли там. И... Они, у них свой хайп, они его формируют, знаешь, они подождут сейчас 2 года и уже тогда выйдут. То есть это прям, это другая лига, чувак. Копейский, ну, да, рабочий. Да. Туда еще попасть сложно. Напишите, а представьте, что если бы его в какой-нибудь ток-шоу на федеральное ТВ позвали. Не, ну это невозможно представить. Я думаю, такого бы в России никогда в жизни не произошло. Ну, камон. Думаю, что да, да. Слушайте, ну ладно, короче, я не очень представляю, чем будут крыть Игромир на следующий год. Я не знаю, привезут еще меньше игр и какого-нибудь звезду, которую я не... Ну, кого-нибудь. А, кстати, привезти. Кого? Вот как вы думаете, да, действительно, вот давайте поспекулируем. Представим себе Игромир 2020. Шигеру Миямото. Хорошо, но нет, мне кажется, особо хайпа не будет. Ну, то есть, как бы, вот прям такого массового не будет. Вот. Киану Ривза. Трампа. Киану Ривз. Киану Ривз, да. Вот на Киану Ривза просто вся Москва. Да, я согласен. Да, на Киану Ривз, это правда. Еще варианты. Ему прям на сцену яйцеклетки выкидывать было. Знаешь, как есть такие, знаешь, базуки для футболок, а есть базуки для яйцеклеток. Знаешь, кинула такое? Тебе яйцеклетку, оплодотворяй. Да, проверяй. Бля. Ну вот еще говорят про Тодда Говарда, но мне кажется, такого ажиотажа не будет, что прям вот, знаете, там, прям вот звали. Про Тодда согласен, гораздо меньше народ знает, чем про Киану Ривза. Ну как бы... Да, такое. На Киану Ривза, мне кажется, вообще просто, сука, все бы пришли. Знаете, на кого бы еще просто миллиард людей бы пришел, даже которые вообще не имеют отношения никакого, типа, даже к играм, короче, на Тома Круза. У нас пишут Джона Сноу. Вариант, Джон Сноу сидит вот посередине между мной и Тимуром, если что. Я состриг, я уже не Джон Сноу. На похож. Слишком много популярности было. Да. Как там твой дракон поживает? Ну, нормально. Спасибо, что спросил. Вашими молитвами. Окага Самаде. Да. Слушай, ну ладно, короче, Гамикон, понятно. Вот. У нас есть другая тема недели. Спасибо за бета-тест. Вот это все. Дело в том, что самая ожидаемая новость, наверное, осенью была в том, что наконец-то анонсируют Red Dead Redemption 2 на ПК. Вот. Но я считаю, что пацаны из Rockstar не докрутили. Знаешь, как раньше говорили? Ребята из Rockstar клятвенно обещают, что Red Dead Redemption выйдет на твоем любимом ПК, потому что консоли сосут. Ребята из Rockstar, блядь, сука. Они реально не докрутили, короче, потому что они в итоге выпускают в 3 лончерах с самого начала. А ты хотел как, чтобы только в одном? Они выпускают в своем лончере. Best practice этого. Да. Они, короче, выпускают в своем собственном лончере. Они выпускают в Humble Bundle. Точнее, Humble Store, вот так вот, даже не бандл, а именно Humble Store. Какие есть люди, которые что-то покупают в Humble Store, и это не распродажа? Да, короче. И выпускают, естественно, в Epic Game Store. Но проблема в том, что они выпустят его через месяц в Стиме. А в чем здесь проблема? Ну, естественно, все такие, типа, бля, ну месяц можно подождать. Вот кстати, да, вот это странный эксклюзив. То есть, что такое месяц? Я понимаю, если бы она продавалась, например, в лончере Rockstar полгода. Это называется, у Галенкина денег не хватило.
Хватило только на месяц. Хватило только на месяц. Типа, вы продлевать будете? Да-да-да. И потом такие, типа, ну, в Стиме не выходит, потому что у Стима есть ограничения на что-то там есть. Короче, не выйдет. Ну, представь себе, что с точки зрения ПК-игрока, который ждал все это время Red Dead Redemption. Ну, то есть, что, он месяц не подождет, что ли? Я думаю, что вполне спокойно. Мне кажется, тот, кто ждал, купит в первый день. Тот, кто настоящему ждал. То есть, я сложно предположить, конечно, но есть такая гипотеза, что как бы, ну, там как минимум 3 стора есть, чуваки, 3. Один даже новый. Все же хотели новый стор, вот у Rockstar есть теперь. Угу. Можно купить в любимом. А слушай, интересно, есть ли там ачивки? Как вы думаете? А корзина есть? Вот это интересно. А как это? Family sharing? А cloud saving? А стриминг? Это же все очень важно. Все, лаунчер должен все... А комьюнити? А где я могу поставить единичку Rockstar третьему? А можно иконку ноутпада поместить в их лаунчер, а? Василькового цвета ее сделал. Я бы хотел, знаешь, я из Steam блокнот запускаю, и Chrome тоже из Steam запускаю. Мне важно, я... А что ты получаешь от этого? Ну, типа, всем написано, что Денис Ширяев играет в блокнот. Ты знаешь, чувак, ты видел, сколько часов я провел в этой... А прикинь, ачивки в блокноте, блядь. Типа, 700 раз нажал backspace. Написал жиши правильно. Да-да, ся-ся не путает. Короче, ся-ся, киллстрик, знаешь, там, типа, 1500 подряд написал правильно. Написал правильно, и получаешь кнопочку, которая дописывает до тебя нейронками. Трипл страйк. Да-да-да. И такой, знаете, короче, или там, типа, знаете, там написал, типа, уникальных слов, или там какой-то уникальный текст написал, там, на, там, 100 тысяч страниц. Например. Слушайте, а есть же вот эти все программистские блокноты, знаешь, там, типа, с кучей плагинов, там, да, типа, Sublime, в котором можно всякую ерунду прикрутить. Почему никто до сих пор не прикрутил вот эту, как это называется, игронизацию? Геймификацию? Да, геймификацию, точно. Почему никто до сих пор не прикрутил? Ну, то есть, как бы... Ачивки, аватарки, там... социальщину, всю вот эту хуйню. Корзину, да. Купил строку кода из GitHub. Просто люди стараются в нем работать, а как будто бы геймификация... Пишем фанфик про Гарри Поттеру вместе. Задание на январь, например. Или, знаете, там, типа, за 10 энергии ты получаешь прямую ссылку со Stack Overflow прям сразу же такой по папам таким. Нам пишут, что пора загрузить все ваши выпуски в нейросети, сгенерирует двухчасовый выпуск. Вы думаете, этот как сгенерирован? Мы просто так, что ли, Дениса позвали в этот? А я уже рассказывал. Это новый наш виртуальный ведущий. Да, если взять Диму, Максима и Тимура, нейросетями обработать, получается Денис. Денис такой, завис сразу. Да-да, я уже говорил, что вас когда-нибудь... Типа, вы продолжаете загружать данные на Twitch, мы там разберемся через пару лет. Спасибо, парни, за классный голос. Спасибо, Тимур, за сложную фамилию. Ей! От вас возьмем лучшее, от каждого. Говорят, что ты мало орешь, короче. Ну, это у него профессиональное, понимаете? Нет, это просто это, нормализация прошла. То есть, как бы, все плохие истории просто вырезаются. Плохие шутки, ор, вот эту всю историю, она просто... Нейросеть сглаживает углы, я бы так это назвал. Ну, это правильно, на самом деле. Как бы, пацаны, опять же, RDR 2 на ПК обещают 4К 120 FPS на не твоем компьютере. Вот. И, в общем-то... Короче, имейте в виду, что, скорее всего, даже на вашем 2080 Ti, который есть, естественно, у 98% геймеров, у вас будет 4К 30 FPS. Ну, а кроме шуток, вообще ждете RDR на ПК? Вы бы прочли? Я бы, например, с удовольствием поиграл бы еще раз. Ну, то есть, с графоном, с этой хуйней. Мне кажется, это так долго, так много времени занимает, что те, кто уже играл на PlayStation... Ну, то есть, я бы не стал второй раз покупать, например. Ну, а если уволишься? Это хорошая мысль. Ну, говорят, главное 60 FPS. На самом деле, если честно, я бы, конечно, поиграл бы в 60 FPS, но мне почему-то кажется, что вот эта немножко кинематографичная магия, она куда-то исчезнет. Вот, почему-то. Хотя надо посмотреть, как это будет выглядеть. Вот. Ну, в общем, пацаны, спасибо за бета-тест. Напоминаю вам, что все игры Rockstar на ПК первые полгода работают как говно, поэтому остерегайтесь и будьте аккуратны.
Вот. Ждите в Стиме, да. Да, а также ждите, когда появятся, естественно, моды, чтобы вы могли играть паровозиком Томасом, вот, и убивать главного, в общем-то, босса, который будет Танос, который при каждом слове, когда он произносит, как он там, фейс, короче, он должен в этот момент танцевать флоу дэнс, короче. Танос должен быть вместо лошади. Have some face. Представляешь? Ну, да, бля, Танос. Вместе лошадей Таноса. Охренительно. Я люблю очень пока моддинг. Это вообще одна из самых любимых вещей там. Ну, то есть, это, возможно, это единственная причина, почему бы я купил RDR 2 на ПК. Ну, или хотя бы My Little Pony там. Мне кажется, тоже нормально было бы. Знаете, такой Артур на серьезных щах такой, типа, скачет на пони. На искорке, сука! Да-да-да-да-да. И в этот момент, знаете, там подбегает датчик, говорит такой, have some face! И вот и такой, да, розовым пони скачет. Все, я себе все продано. Продано, пацаны, короче, готово. Слушайте, давайте передвигаться к следующей теме, довольно классной. Дело в том, что мы сегодня говорили спасибо. Про криптовалюты. Спасибо за эту штуку. Вот, а как бы мы говорили, как бы начинали еще подкаст, когда не стали записывать, говорили о том, что жалко, нету фильма про криптовалюту. Потом вспомнили про Лилиану Пертинаву, вспомнили, что фильма про криптовалюту все еще нету. Возможно, и... это хорошо, ну то есть. Возможно. Типа... Мне кажется, она тоже так думает, все ждет, когда все забудут, а что-то никто не забывает. Особенно тот, кто в ICO участвовал, типа какой фильм? Да-да-да-да. Фильм. Вот. И, в общем-то, пацаны, у нас тут как бы с историей с криптовалютой все очень сложно. Как вы знаете, с регулированием. Дело в том, что постоянная пертурбация по этому поводу происходит в восточных странах, западных странах. И самый крупный игрок, который хочет, в общем-то, выйти на этот рынок, это у нас Facebook, который пытается сделать не децентрализованную такую, типа, знаете, валюту, которая привязана к своему собственному курсу, как это все остальные в основном делают, а сделать, типа, нормальную валюту, которая почти как вот прям как валюта работает. Mm-hmm. То есть у нее курс, типа, привязан там к определенным там активам, и что как бы он там очень будет сильно зависеть там, от ценности доллара, там вот это все. Это Facebook со своей криптовалютой Libra. Но с Librой есть замечательная история, которая произошла на прошлой неделе. Дело в том, что в ассоциацию по этой криптовалюте входила куча разных финансовых институтов, в том числе и PayPal Holdings, который владеет как раз PayPal. Да. Так вот, PayPal сказал, да пошло оно в жопу, и свалил из ассоциации по Libre. И сейчас уже идут истории о том, что как бы и все остальные тоже такие чешут тыковку, такие, может, ну его нахер, а? Ну, на самом деле, очень странно было, что PayPal вообще ввязался в это, потому что если я не очень верю, что Facebook может это сделать нормально, то вот то, что если PayPal возьмется как финансовая структура уже сейчас и решили бы сделать свою крипту, которая... Ну, хоть раз переводили деньги через PayPal, это жесть вообще, там проценты этим нужно заплатить, 23 верификации. То есть, мне кажется, слушайте, они... я могу сказать, извини, пожалуйста, перебиваю, вот прямо в тему, короче. Мы тут недавно... Ну, у меня другу из Испании нужно было перевести мне резко денег. И, короче, мы пытались зайти в PayPal, и PayPal из-за того, что я удалил свою карточку, которая у меня до этого там была, ресетнул мою верификацию. И мне заново надо было проходить верификацию. И она сломалась, и она не проходилась, короче. И мы решили понять, бля, вот как за ближайшее же время передать деньги из Испании в Россию, да? И мы нашли сервис, который называется... Со стюардессой. Нет, знаешь, мы нашли сервис, который называется TransferWise, короче, который просто, блядь, просто на карту чувак мне сбросил за... 10 минут. Сбор проводницы даже через поезд. Я могу сказать, что там получилось очень дешево. Там получилось что-то типа за... Он 20 тысяч рублей ровно перевел, и там получилось 6 евро. Ну, то есть как 6 бы... евро? Да. 6 евро, 360 рублей. Слишком как-то это мало. Что за магия такая, 20 тысяч рублей превращается в 6 евро? Вот, я говорю, серьезно. И в итоге... А все остальное это комиссия или что? Ну, комиссия 6 евро. А, комиссия, я думал, 20 тысяч превращается в 6 евро. Нет, комиссия 6 евро. Думаю, что за магия? Это, знаешь, как в South Park. And it's gone, да? Вот примерно то же самое. У меня идея для стартапа, чуваки. Если эта ниша не занята, значит, мы предлагаем перевести деньги, человек переводит, а мы ему 6 евро в конечную точку переводим. Так и назовем компанию. 6 евро.com, да, класс. Сколько не дашь на вход, всегда на выходе 6 евро. А если дать 1 евро? Ну, нет, не, ошибка. От 6 евро тогда. Ну, типа, просто сервер не ответил, извините. Слушай, ну, я могу сказать, что, короче, на самом деле, мне очень понравилось, я был удивлен, что вот PayPal столько дрочки тебе устраивает, а какой-то сервис, который такой, типа, небольшой и вообще неизвестный, какой, типа, все делает вообще пух, все, и все готово. Слушайте, вы же понимаете, что... Собственно говоря, почему все эти оттуда выходят? Потому что за Facebook взялись регуляторы, ну, то есть финансовые.
И они им говорят, что, чуваки, то есть вы хотите сделать валюту, которую как бы контролирует кто? Facebook. Как бы вы, да? Да, ну то есть Facebook как бы играет на территории, пытается играть не на своей территории, там, конечно, уже очень многих от этого горит. Ну, я не знаю, PayPal, может быть, одна из как бы теорий, то, что вышел, потому что у него свои планы есть на крипту, что логично. То есть кто первый сейчас подсуетится, тот и сделает. А ты же помнишь историю о том, что этот Марк Цукерберг пришел, короче, в Конгресс, и когда рассматривали всю эту историю с Либрой, он такой взял просто ход конем и сказал: пацаны, если не мы сейчас ее сделаем, то ее сделают китайцы. Это очень умно, да, потому я помню. И китайцы будут первее и более технологичными, и как бы более развитыми. Вы хотите отдать этот рынок китайцам? У меня еще одна история есть тоже. Есть приложение для однополого дейтинга Grindr. Один из комиков американских его описывал как это приложение, где ты запускаешь в США, и через 10 минут тебе уже отсасывает незнакомый мужчина в торговом центре, в туалете торгового центра рядом. Это его слова. Как приложение называется, извини? Скину тебе ссылку потом. Вот. А ты о нем как узнал? Да. А ты в этой цепочке кто был? Я менеджер по продукту других вещей. Ну вот, и в общем, суть в том, что приложение теперь принадлежит китайцам. Пару лет назад его продали, и оказалось, что на военных базах в США в том числе служат люди, которые, ну, однополых предпочтений, и так используют Grindr, сливая тем самым огромное количество информации. У Конгресса жутко бомбит от этого. Вот, и китайцы как бы хотели, ну, потому что китайцам принадлежит этот Grindr, неизвестно, какие данные они обрабатывают, то есть Конгресс видит в этом как бы угрозу, но это совсем коротко сжать как бы без деталей. То есть, ровно же точно такая же история была в свое время со Стравой, которая выкладывала публично, типа, аналитику того, ну, типа, обезличенную аналитику того, как люди бегают и катаются на великах, вот, и по вот этим путям бегов и катания на велике нашли военные базы, короче, по всем там, типа, восточным странам, в Африке, там, в Азии, везде, короче, потому что чуваки выбегают и бегают по кругу баз. Бегают по кругу строя в 5:45 утра. И день изо дня в день, да. И кто-то, знаешь, типа, сегодня, типа, знаешь, экипировка у моих друзей Nike Plus, там, Asics, экипировка военного солдата, знаешь, там, типа, 70 литров рюкзак, противогаз. А мне в этой истории со Стравой больше всего впечатлило, что я полез сразу Чернобыль смотреть. И, чуваки, знаете что? В Чернобыле бегают люди. Там есть люди, которые тренируются и бегают. Если прямо сейчас открыть, вот, не знаю, закрыли они или нет. Это кто? Это те люди, которые там работают? По-моему, они все-таки прикрыли эту штуку. Но ее, естественно, спарсили. Ну, я себе в канал сохранил скриншот, и точно Чернобыль был. А мне кажется, там бегают просто, ну, люди, я не знаю, как... Сталкеры их называют вообще-то. Так-то, на секундочку. Ну, когда я играл в сталкера, я тоже бегал. А ты распрыжка или так просто? Ну, когда как. Я уже не помню, маленький был. Есть ли в «Сталкере» распрыжка? Слушайте, я не знаю, кстати, на самом деле. «Сталкер» же, по-моему, делался на какой-то модификации. Не, там X-Ray Engine они его с нуля написали. Там же история смешная в том, что они же сейчас... Они не своровали его откуда-то. Нет, они его писали с нуля и писали его очень долго. И у них долго на сайте висела история, что типа «Обходит технологию Doom 3». И там такой, знаешь, это типа, был популярный маркетинг в начале нулевых, ну камон. И там, знаешь, фонарик такой, типа, качается наверху на потолке, и от него от решеточки тени по стенам. Да, да, ну это же было хуйня. И все такие просто, блин! Вот вообще. Это уровень, да. Да, да, даже знаете, помню, какой еще вот произошел уровень на прошлой неделе? Дело в том, что есть один... как его назвать-то по-русски? Ну, будем считать, что аналитик. Да, один мобильный, который... мы не будем называть его имен, потому что зачем? Всем понятно, что мобильный аналитик в России только один-единственный. Он тут говорил о том, что как бы компания с яблочным названием в очередной раз... сосёт хуй. Спасибо, Тимур. Ну, примерно так он говорил, да. А на прошлой неделе выяснилось, что компания Apple мало того, что считает iPhone 11 довольно удачным, я бы так сказал, так она еще и увеличила производство, причем довольно неплохо так. Там просто прикол в том, что, как вы понимаете, не только ведущий аналитик, но еще куча других людей
как вы помните, сначала предрекали смерть iPhone XR, говорили о том, что типа это вообще провальный телефон, а в итоге iPhone XR стал самым популярным iPhone 2019 года. Вот. А сейчас новые iPhone, все говорили, что вот из-за того, что все понимают, что это закрытие цикла моделей, которые вот выходили до этого, и что вот следующий iPhone действительно будет популярным, потому что у него там будет типа USB-C, там типа вот это все, короче. Челки, может быть, не будет и так далее. Да, 5G, вот типа все будут ждать. Вот. И, ну, естественно, короче, все оказалось не так, потому что люди совершенно забывают о том, что гигантское количество людей ходит вообще вот прямо сейчас вокруг нас с айфонами там 7, 6S, короче, и 8. Я один из них, я обновился с 6S, и это лучший девайс, который я трогал, просто потому что он не лагает, работает быстро и классно фотографирует. Ты совершенно это у тебя, это ты сейчас показал чехол на Xiaomi, который под 11 iPhone Pro, да? Да-да, это наклейка, это не настоящая. Это наклеил, все думают, что Pro. На самом деле понятно. Да, мне кажется, что многие не понимают, что сейчас как бы цена... Ну, то есть люди сейчас обновляются... Сейчас девайсы такие крутые, что люди обновляются там раз в 4 года, раз в 3 года, да? То есть, ну, не те, кто как бы ссорит деньгами налево-направо, которые могут себе позволить раз в год обновляться, а обычный, мы, рабочий класс, раз в 5 лет на новый девайс. И... То есть ты просто, ну, за эти 5 лет ты пропускаешь многое все, потом ты покупаешь девайс, и он тебе служит 5 лет. Я уходил с 6S, и он поддерживает iOS 13. То есть я ушел с iOS 13 на iOS 13, и это впечатляет, потому что у меня были все последние софтверные фичи, которые были в iOS 13. Но поэтому и цена такая, потому что ты покупаешь раз в 4 года. У тебя же был компьютер, который однажды поддерживал был, да. Windows 10. И да. Ты купил новый компьютер, который поддерживает Windows 10. Это впечатляет или нет? Ну, тут скорее корректно с Андроидом сравнивать. Я не могу себе представить девайс, которому столько же лет, сколько 6S, чтобы он был на последнем Андроиде без моего участия. Типа, я, конечно, нет, могу поставить туда что-нибудь. Пиксель, может быть, Пиксель, ну, второй, первый, только они. Я просто не очень есть хорошо этот рынок знаю. Nexus, кто назывался, Nexus 6X или как-то такой, типа, было. Короче, вот предыдущие Nexus, в общем, они же по-любому должны поддерживать новые. Никто не знает, кроме владельцев Nexus. Напишите в чат. В общем, я читал интересную статью чувака, там он объяснял, почему такие цены космические на новые девайсы, почему вообще так дорого. Потому что как бы компании смекнули, что раз мы каждый день выпускаем суперфлагманы, которые одинаково мощные по всему рынку, то, ну, люди как бы, нафига им менять телефон? Ты уже 2 года назад купил телефон, и у тебя уже супертелефон, зачем тебе новый? И они начали покупать реже, поэтому компании пытаются сделать эту сделку выгодной максимально. Поэтому они выпускают, ну, поэтому такая цена заоблачная, потому что количество купленных девайсов, ну, как бы, они как-то мерили, там какой-то был пик, а потом вот спадение, когда люди обновляются. Сейчас падение почти у всех, на самом деле. Потому что слишком хорошие девайсы сделали. Это же просто офигенно. Он, типа, его можно с собой взять в джакузи, в душ, ну, все, куда ты хотел взять телефон до этого. Ну, то это есть... правда. Я могу взять. Сказать, что... Можешь засунуть, да. Вообще, как бы, с айфонами, конечно, в этом плане они же пытаются маржу увеличить с каждого устройства не только за счет того, что само все устройства там, типа, становятся круче и дороже. Они же еще и сервисы туда всякие напихивают. Чтобы у тебя облако было, музыка, видео, там, типа, игры. Любимые всеми подписки. Да-да-да. Почему никто не делает, ну, вполне логичную с точки зрения обмана покупателей вещь? То есть ты берешь, выпускаешь новую операционную систему и на прошлых айфонах все начинает просто гигантски тормозить. Это ж классно. Потому что их, мне кажется, засудят и даже пытались. Оказалось, что единственные лаги, которые были, это из-за того, что из-за того, что батарейка работает хуже, они понижали частоту процессора. Mm-hmm. И сейчас в настройках есть в батарее, можно отключить эту фигню. Я себе отключил на своем 6S, он начал быстро работать, день проработал, потом вырубился в середине дня, и опять штука эта включилась. В общем, не рекомендую ее использовать. Ну хорошо, вариант другой. Не тормозить начинает, а просто у него батарейка сдохнет через полгода. Как вам такой вариант? А? Покупай новый! Mm-hmm. Новый покупай! Покупай, поторапливайся! Странно, что ты не производишь телефон. Звучит как бизнес-план, правда? Да, действительно, они что, такие дураки не догадались, ну серьезно. Они вообще какие-то дурачки, реально, они взяли зачем-то в iPhone 10R и теперь во всех новых айфонах запихнули зачем-то нормальную жирную батарейку, которая теперь позволяет тебе целый день жить телефоном. Это вообще... Я считаю, что это идиотизм, то, что раньше было нормально. iPhone, там, условный 5,
очень быстро превращался в устройство, которое надо было заряжать 3 раза в день. Вот. Я даже не знаю, что будет с этим телефоном, если включить режим энергосбережения. То есть я просто не представляю, он так хорошо держит батарею. Самое главное, Дим, покажи эту картинку про то, что для любителей определенного жанра фотографии так. Ультраширокие камеры айфона позволяют испытать новый экспириенс. Там картинка с бананом, я надеюсь? Ну, конечно. Да. Ну, ну это как же с бананом? Ну, это же на самом деле полезная штука, как бы. Полезная, действительно, да. Это смотря кому ты посылаешь свои фотографии каждую неделю. Да, но вы не забывайте, что фотографировать с помощью вот этой ультравайд линзы вы можете только через приложение камера. Вот, поэтому там. Ну, это пока что. В чате не получится сфоткать. Потому что еще не поддерживают. Интересно, там говорят, этот ультравайд объектив, он как-то там через сраку сделан, короче, и из-за этого есть сложность с тем, что он типа не отдает по IP правильно свои данные, поэтому там RAW снимков нельзя делать. Мне кажется, это просто вопрос того, как разработчики, ну то есть, типа, подожди немножко, и все будет окей. Или покупай iPhone 12, вот. Я, кстати, напоминаю, потому что iPhone SE поговаривает, что в ближайшее же время анонсируют, и iPhone SE будет по начинке такой же, как iPhone 11, вот, но он будет в корпусе и, соответственно, с камерой от iPhone 8, обычную, не 8. А камера у него сколько будет? Ну, типа такая же, как в iPhone 8, то есть это условно прошлое поколение. Ну, то есть не 3 камеры, я имею в виду. Не-не-не, у него будет обычная камера, mm. типа одинарная, как вот времен iPhone 8, она же установлена в iPhone 10, вот который white линза, короче, то есть сколько, 2 года назад вот вышло они, вот он якобы выйдет типа в ближайшее время, вот, и, соответственно, будет стоить тоже типа копеечно, то есть условно там те же самые там 20-25 тысяч рублей. Вот. Ну, на самом деле это логично, потому что вот у меня друг купил iPhone 11, а я купил 11 Pro, и у него есть типа супер-ультра-вайт камера, тот же самый процессор, и тут все еще такой же ночной режим. Я пока еще не понял, что Apple ему не додаст, что даст мне, потому что мне немножко обидно. У него как бы супер классный девайс. И у меня тоже вроде классный, но типа он мой дороже, и это пока дискомфортно. Ну смотри, у тебя есть, во-первых, телеобъектив, он довольно классный. Плюс там будет какая-то история с... Блин, я забыл, короче, там с камерами, что-то тоже какая-то есть штука, которой нет в iPhone 11. А вот эта история с AirKit, это... AirKit есть во всех устройствах, даже прошлых. Покажи третий, там у нас есть видео, третий. Сейчас вы просто охуеете, пацаны. Потестировал AirKit 3 Kit. Теперь вы можете, наконец-то... оказаться наедине в московском метро. То есть это приложение с помощью ML-кита в режиме реального времени выделяет все силуэты людей и заменяет на один из фильтров. Ну, то есть чуваки там сделали конкретно эти фильтры. Я там с одним игрался, потому что он похож на что-то замыленное. Но это работает просто как магия. Ты просто руку перед ним ставишь, и он ее в режиме реального времени сразу же удаляет, накладывает, по сути, да, накладывает какой-то эффект. То есть здесь... Чувак не особо заморачивался, он просто как бы искажения какие-то добавлял, другие вещи, типа эмоджи наложил на людей. Но ощущение такое, что в принципе все к очкам готово. То есть как бы пройдет неизвестно сколько там, 2-3-4 года появятся очки, и уже AirKit настолько хорошо работает, уже настолько хорошо выделяет людей, что мы дождемся этого времени, когда ты включаешь наушники, надеваешь эти очки и едешь в пустом метро. Кстати, забавная история, да? То есть, как бы, и тебе постоянно такие, отойдите на 2 градуса левее, чтобы не врезаться в бабушку. Так это будет происходить. Там, если посмотреть, там еще есть видно, как, например, человека вырезает, а рюкзак не вырезается. Да-да, или он, например, ноги не вырезает, например, ботинки. То есть, он как бы слишком много узнает и слишком хорошо работает, пугающе хорошо. Ну, слушайте, знаете, я бы, например, сделал так, чтобы определенных людей вырезало, а других нет. Это геноцид называется. Цифровой геноцид, да-да-да. Чтобы, знаете, там, не хочу видеть бабушек, например. Вот. Ну, это все как Black Mirror этой серии, где ты там людей просто мьютил и все, и отключал. Очень удобно. Ну, насчет очков, кстати, ты прав, как бы я напомню вам, что в сборке iOS, которая была в самом Apple внутренней, в ней нашли упоминание целых 2 очков, вот, и якобы есть уже полностью кит внутри этих всех сборок для того, чтобы тестировать все приложения с AR-китом и вообще все приложения типа под очки, чтобы их тестировать с помощью телефона
и шлема. Ну, то есть, грубо говоря, в стереорежиме, когда у тебя разделяется экран на две части, и ты на два глаза делаешь. Угу. То есть это уже есть... Уже можно даже запустить, короче, эти... Ну, видимо, ну то есть AirKit 3 уже настолько хорошо трек, как прицепляет какие-то объекты к дополненной реальности, что просто вот этот вот формат, когда ты держишь телефон, уже отвратительно, никому не нравится. Нормальные люди не бегают по метро. Это я бегал по метро за дополненной реальности. Никто другой не бегает. Даже, я не знаю, ну, то есть последний Minecraft Earth, который вышел, там есть режим, где ты просто ходишь по карте, типа, и делаешь, что хочешь. Не обязательно пользоваться дополненной реальностью. В смысле, по карте, ты имеешь в виду, что ты ходишь как в Pokemon Go, то есть ты ходишь по городу? Не физически, ты будешь сидеть на диване, как мы привыкли делать взрослые люди, сидеть дома, не бегая по улице. Очень удобно. Нас спрашивают, iPhone будет вместо экрана для этих очков? Нет. Дело в том, что как бы, пока очков самих у разработчиков нету, прикормленным разработчикам, ну, у которых такие, типа, у Apple с ними хорошие отношения, дают возможность потестировать приложение под эти очки, но на экране iPhone. Ну, это я не знаю, на самом деле, как бы, частично эти новости, потому что, ну, Apple огромная корпорация с секретными лабораториями. По идее, у них эти очки уже типа 5 лет, и они неизвестны никому ничего. Но они выйдут на рынок точно. Вот это все ждут, когда непонятно. Ты знаешь, я представляю такой темный подвал в Apple, знаешь, туда спускают на ведре, знаешь, спускают какую-то фигню, говорит, оно одевает очки, оно стоит в углу, да. А оно запускает Pokemon Go. И затемнение титры, да. У меня есть быстрая новость про то, что... Directed by Hideo Kojima. У меня есть быстрая новость про то, что сегодня вечером выйдет MacOS Catalina. И есть короткий список вещей, которые там появятся. Если я подвину окошко, мы все об этом узнаем. Я подвинул. Спасибо. Неважно. Подождали. iTunes разделят на 3 отдельных приложения. iPad можно будет использовать в качестве второго монитора. Я ради этого купил отдельный девайс, чтобы он стримил на... В общем, не спрашивайте. Теперь это стандартная функция новой Mac OS. Появится локатор и другие обновления приложения из обновленных приложений из iOS 13. И разработчики смогут быстро переносить iPad-приложение на Mac OS. Еще прекратят поддержку 32-битных приложений. Я могу сказать, что вот по поводу MacOS Catalina, вот две вещи последние, которые ты рассказал, одна очень крутая, другая очень хуевая. Потому что, например, мне показывали, как работает билд, например, Твиттера, портированного с iPad и чуть-чуть допиленного, короче, чтобы он запускался на Mac, новый Твиттер. Он пока что хуеватый, но сама по себе история с тем, что нативное приложение запускается у тебя, а не какая-то веб-версия, как бы, это прикольно. И мне показывали, как работает Асфальт 8. Это гонки, да? Да, это нереальный асфальт. Короче, асфальт 8 надо работает на Mac. Очевидный Денис тут. Который прямой порт, как бы с iPad версии. То есть он прям вообще прямой порт. И это был типа порт, который мне сказали, на него потратили 2 дня. Ну, то есть, типа, как бы никто ничего не парился, просто буквально там что-то чуть-чуть переделали, типа нажали. Это разработка некоторых видеоигр. У нас есть приложение же DTVCTG, нативный под iOS Android. Скачивайте, ставьте лайк. Вот, и мы собирали ради интереса нативно, как бы как только эта функция появилась, а там они ее презентовали, будто ты одну кнопку нажимаешь, и у тебя сразу билд под нативную macOS Catalina, ты всем скидываешь, все счастливы. Нет, это не один клик, это все еще типа пару дней такого нормального ебатория, но это правда работает нативно и клево. То есть появится большое количество качественных приложений, которые будут одинаково работать на iPad Pro, на Mac OS последний, потому что есть вся проблема, заключающаяся в том, что огромное количество людей на Mac используют старые приложения, разработчики которых забили хуй на них и не обновляют. Мне, кстати, вот интересно, мы иногда делаем в подкасте чаптеры, которые, ну, типа, главы. Там оно не обновлялось с 2015 года, это приложение. Мне кажется, его просто нахрен выпили, это все, до свидания, глава. Ну, проблема тоже, ты не можешь его больше запустить, потому что MacOS Catalina тебе просто говорит, все, пацан, я больше не... Это как раньше, помнишь, выпилили поддержку PowerPC когда-то? Да, было так. И, короче, все приложения... И была система, этот Snow Leopard, единственная, которая поддерживала возможность запускать старые приложения, типа, через специальную прослойку виртуализации. Вот. А потом в следующей версии, которая MacOS Lion, просто выпили даже эту штуку, типа, и все, пошел нахуй. Ну, вот. Короче, для таких вещей ты будешь ставить либо VirtualBox, либо Parallels какой-нибудь купишь. Ну, то есть, как бы, виртуальную машину. Я тебе скажу так, я лично спросил сотрудников Apple, причем купертинских сотрудников Apple,
и спросил, типа, чуваки, вот у меня есть старые приложения, типа, например, Audacity, в котором мы пишемся, короче, который, ну, типа, запускается уже сейчас, когда запускается, говорит о том, что, типа, ты знаешь, пацан, ну, типа, вообще-то приложение не оптимизировано. Мы его, конечно, запустим, но оно не оптимизировано. И оно у меня перестанет работать. Они такие, да, у вас есть решение. Я говорю, какое? Типа, а вы можете поставить на второй партишн себе Macos Mojave? Буткэмп, пожалуйста. Да, или просто можете поставить. Воспользоваться приложением Диктофон. Решил я все проблемы. Понимаешь, я такой просто говорю, типа, подождите. Я говорю, типа, this is not exactly the Apple way. Они такие... Yeah, but we don't have any kind of solution right now for these kind of things. Я такой... Я не говорю по-украински, можно? Дим, чё, на украинском заговорим, понятно. Короче, пиздец был в том, что, типа, они реально напрямую предлагают... Единственное решение, которое они тебе предлагают, говорят, типа, или покупай новое приложение в App Store, если оно, типа, есть под твою историю, а если ты пользуешься каким-нибудь приложением, которое там раскрывает карты геодезии там специального формата, то пошел нахуй, ставь себе партишн. У меня есть интересная мысль про всю эту тему с iPad на приложение на macOS. Я ездил эту неделю, работал из офиса и брал с собой iPad Pro. Я к нему купил к нему Bluetooth-ную клавиатуру, купил к нему Xiaomi мышку, которая теперь поддерживается iOS 13, и выглядел как человек, который работает. Я печатал, водил мышкой, она кликалась. Это все было. То есть там есть приложения, которые позволяют тебе хорошо редактировать, собирать видео. То есть ты прям эффектики накладываешь, там ты, ну, что-то среднее между, там, Premiere Pro и After Effects. Уже сейчас есть. Есть хорошие копии фотошопа. Safari позволяет скачивать файлы, позволяет рендерить страницы так же, как она рендерит их на десктопе. И я в целом за всю неделю, что я там был, всего пару раз страдал от этого. То есть там были какие-то совсем corner cases, связанные там с такой нашей айтишной очень работой. Вот. Но в целом все нормально работало. Вот мне кажется, что Apple просто с этими своими iPad'ами формирует для нового поколения как бы людей, которым вот не очень все вот эти вот ваши компьютеры и так далее. То есть им просто нужно, чтобы работало. И в приложениях прекрасно все сделано. То есть у тебя суперзащита, потому что у приложения экосистема по поводу безопасности, да, ты не можешь скачать вирус из Apple Store, такое не происходит. У тебя много всяких прикольных штучек, и вот, вот этот вот шаг, типа того, что они iPad теперь передают, переносят на macOS, мне кажется, даст сильный буст количеству приложений, которые появятся качественных под iPad Pro. Ты хочешь сказать, перепишут? Я что-то сомневаюсь в этом, на самом деле. Ну, это выгодно. Да, потому что это деньги, да, если хорошо приносят. Ты же зарабатываешь деньги. Вся вот эта история мне напоминает, знаете, замечательную копипасту, где в тишетках до худи бро сидели в артхаусе, пили ти, поедали митболы, жарили маршмеллоу, посматривая ситком и делая ресерч для коворкинга по продукту. Они еще не знали, что селзы из френдли стартапа в фудкорте своего коворкинга собрались помимо фалафеля подавать смузи из микса лангсата и личи. Похоже на мою работу. Да! Всегда, когда речь заходит о работе на Маке, вот всегда возникает вот эта история. Мне писали, я помню, на Ютубе, что типа, чё, кому нахуй нужен Мак? Вы чё, все работают на винде, камон, нахуя вы это нам обсуждаете? Нам ещё писали о том, что типа винда круче, потому что она тащит за собой весь свой легаси-код для того, чтобы выпускать самые древние приложения. И поэтому у нее есть проблемы, но она от этого лучше. Вот, ну, тут зависит же от того, какие люди просто, как бы, это как, я не знаю, как воюют iOS и Android. В этом нет. У каждого то, что ему больше нравится, потому что, типа, ну, Mac-юзерам, очевидно, не нужны эти приложения древние, которые есть под виндой, и, очевидно, пофигу на 30-битную систему, раз они выпускают новую. Ну, то есть, да, окей. Windows-юзеры, они как бы более прошаренные, мне кажется, и более любят нажимать галочки и контролировать свою систему. Поэтому тот стор, который появился в Windows 10, я его всего один раз использовал. Потому что он ебанутый. Я оттуда скачал Ubuntu и очень порадовался, что ты можешь с одной кнопкой установить Ubuntu, которая будет равна. То есть было прикольно, но смысла в нем нет. Все так же все скачивают экзешники. На Mac'е как бы есть, они там редизайнили же Apple Store, которые, ну, внутренние, то есть он теперь выглядит нормально. То есть, мне кажется, большое количество людей, которые, типа, за Mac'ом работают, им в целом пофигу, им просто скачать, работать, все. Ну, да. Ну, ты знаешь, посмотрим, но я могу сказать, что у меня классный кейс с iPad Pro, я прямо сейчас хожу с ним на работу, и, знаешь, чтобы, типа, на рабочем компе, например, не ставить различные собственные, там, аккаунты, там, всяких YouTube, там, Telegram и прочее, ну, там, параноидальная такая штука,
Вот, и там на рабочем компе ты оставляешь, ты, типа, только все рабочее, как бы. И это, кстати, мой первый рабочий комп, который я с собой не таскаю. Я его там оставляю, типа, на работе, вот это все. Вот, и iPad рядом ставишь с клавой, и постоянно как бы туда-сюда, типа, вот у тебя монитор, комп, короче, и iPad. Вот, и у меня у iPad клава, которая Apple-овская, прям пристегивается к нему, вот. И вообще отлично. Совершенно. Да, нет, да, еще мультитаскинг, там все эти окошки, которые вылазят, то есть это да, все да. Так нативно сделано. Нужно, то есть тот, кто... Сложно судить, так, когда типа мы говорим, что за iPad'ом можно работать, я понимаю, что это звучит неправдоподобно, но стоит попробовать как-нибудь вот этот... У них есть самый классный жест, когда ты можешь приложение в лейауте iPhone в угол экрана поместить, а потом ты его где угодно пальчиком вытаскиваешь и прячешь. Я просто зависим от этой функции, у меня там всегда живет Telegram, это одна из самых крутых и удобных вещей, я иногда пытаюсь на телефоне также сделать. То есть, ну, я попробуйте. Тоже так сейчас сделал, короче, да. И там ты, по сути, его прячешь, то есть ты типа делаешь его оверлеем справа. Да, да. Вот, да. Он в виде столбика оверлеем таким. И ты просто берешь пальцем его смахиваешь, потом делаешь, и он опять возвращается. И при этом у тебя экран может быть поделен на две части. Я как когда пишу в канал, часто какие-то на трансляции Apple, например, записываю какие-то вещи интересные. Вы же в курсе, интересные. Что эта история на Винде есть уже хуй знает сколько? Ой, началось это. Он называется «Окна». Понимаешь? Называется «Окна», да. И ты так, такой, знаете... берешь, короче, нормальный такой планшет на Винде, да. Открываешь два окна, открываешь виртуальную клавиатуру, она регистрирует примерно треть твоих нажатий, и ты как по хардкору ебашишь трансляцию прямо с коленки. Нет, да? Мне кажется, Surface офигительный тоже, кстати. По хардкору, чуваки, это делать Surface с двумя экранами. Что, собственно говоря, и сделала Microsoft на прошлой неделе, где они показали как бы свою альтернативу. Телефон как он назывался? На Android. Как он назывался? Samsung... Galaxy Fold. Fold, да-да-да. Ну, вот у них, в общем, и телефон теперь тоже с двумя экранами, и планшет, который Surface тоже с двумя экранами. Я придумал маркетинг лайн. Теперь вашей пыли из карманов есть где поместиться. Потому что я прям представляю, как мой карман на... два стекла, вот и я сейчас... закрываю, и там все царапается. Вот ты сейчас шутишь, короче. А я, тебе напоминаю, что первая итерация Galaxy Fold, когда ее разобрали в iFixit, когда ее случайно выпустили на рынок, короче. Когда ее случайно разобрали, раскрывая телефон. Да-да-да. Короче, там же смысл в том, что, оказывается, там типа не было никакой протекции между пленкой и экраном. Защита, и в итоге туда забивалась как раз пыль, грязь, типа, она в итоге там влияла как-то на электроды, на провода, и типа экран ломался. Вот. Подожди, моя любимая история про Fold, это когда кто-то из журналистов открыл его и снял вместо защитной пленки тачик. Ну, то есть он хуево отдирается, клей хороший. Слушайте, вы будете смеяться, я разговаривал с представителями российского Samsung, короче, который там обсуждал всю эту историю с Galaxy Fold, и я могу сказать, что было два признака деменции у людей, короче. Первый признак, все, что вот вы читали, вот эти обзоры, что типа телефон сломан и что что-то с ним не так, это все купленные обзоры. Я говорю, подождите, купленные, типа там же его разобрали, нашли конструкционный дефект. Купленный, да, да. Я говорю, ну что значит купленные, подождите, у него же там типа защиты нет. Купленные, да, обзоры, да, короче. Знаете, чем они мотивировали это? Они сказали, что в российском Samsung у них было 10 телефонов, и все 10 до сих пор работает, ни один не сломался. Вы что, их не продавали? Очень удобно. Я говорю, подождите, Кабо, но у вас выборка 10 телефонов. Не-не-не-не, ни один не сломался. Это все вот долбоебы журналисты. Какой-то там один дурачок что-то сломал, другую пленку отодрал, короче, и вот поэтому, типа, вот сломался. Третье ухо защемил. Ну, согласись, история с отдиранием пленки реально идиотская. Ну, то есть, зачем ты это сделал? Я могу сказать, что на телефоне не было никаких вообще обозначений, что типа это пленка, которую нельзя отдирать, а она просто отдиралась на уровне, типа, вот ты как на айфоне, знаешь, на новом ты такой взял, такой поддел и снял. Она, мне кажется, что производитель телефона должен учитывать, что люди, которые будут пользоваться его телефоном, могут быть не очень, допустим, так. И он, типа, эти кейсы должен тестировать на производстве. Ну, типа, а что будет, если там пиво откроют моим телефоном? А что, если он упадет 40 раз? Ну, то есть, очевидно, они его... Здесь сложность была в другом. Это устройство, которое как продукт сделали по принципу Nokia. Это, знаешь, когда Nokia приходила и говорила, давайте сделаем телефон в виде ромба. Все такие, давай, ебаш, короче, выпускают там на рынок. Оно... Это, знаешь, это старая история о том, как игровые разработчики придумывали игры в 70-х. Знаешь, там типа...
А давайте, короче, жёлтый колобок будет есть точки в лабиринте, а за ним будут гоняться призраки. Вот примерно так же в Nokia придумали телефоны. Короче, чтобы вы понимали, Nokia вот так вот ебашила телефоны, они хуёво работали, они ломались там. Как все хуёво работали, 3310 нас всех переживёт, старый. 3310, да, а вот тот, помнишь, например, телефон с кожаной оплеткой, который был с колесом? Чехол для 3310? Нет, именно я говорю про тот телефон. И вот куча других, подожди, они... вот этот длинный, у которого кружочек, и там, чтобы смс написать, нужно... Да, нужно было прощупать. Помнишь, как вот эти истории, типа, с UX-дизайном, которые сделаны специально на мудака? Типа, что, помнишь, чтобы, типа, этот, набрать год, типа, своего рождения, ты должен выбрать, там, типа, колесо прокручивать. Да, или когда ты, типа, громкость помещаешь тем, что дрова подкидываешь. Да. Вот здесь то же самое, чтобы набрать смс, надо, блядь, было по кругу хуярить. У меня есть, я знал человека, который реально им пользовался. А как он назывался, вы помните? Дайте я его покажу. Напиши... Набери Nokia Phone Click View. Phone from the hell, напиши там первый он будет, скорее всего. Короче, в чем прикол, что Samsung примерно поступил так же. Они выпустили концепт, и к ним пришли и сказали, типа, ну, там, менеджеры о том, что надо ебашить на рынок, короче. Они говорят, ну, типа, телефон же надо опробовать на рынок. Надо, типа, на рынок, да, короче. И они просто берут и ебашат на рынок, понимая, что за 2000 баксов его, скорее всего, особо никто не купит, короче, но вот они застолбят за собой место. Вот foldable phone, срубят публикации, вот это все. Но никто в этот момент не подумал, что телефон может оказаться хуйней ебучей, короче, которую просто все разъебут. Просто это вот такой? Разъебут. Посмотрите. Он так выглядит? Это один из, был еще другой. Но, я даже такие не видел. Мой любимый Nokia телефон, у меня Engage был, и вот когда звонишь, вот такой, то есть его боком прикладывать нужно было, не как обычный телефон, а боком. Mm-hmm. Очень странный девайс был. Ну, Engage. Но это было зато какое-то время, понимаешь, тогда делали какие-то телефоны с индивидуальностью, какие-то, понимаешь, они в них вкладывали наркоманскую душу, типа, ну да, сделаем странную хуйню, которая типа с ума сведет всех людей, но она будет своя, сейчас все смотришь все флагманы, это типа классные стеклышки, супер, они все отличаются. Да, прямоугольник черного цвета. Да, они типа все со стеклом. Ну, смотрите. Короче, с кликвиллом называется Nokia 7280. Да, я его показываю, но я просто к чему всю эту историю? Вы так говорите о том... Ну, то есть, понятно, что Samsung там, типа, один раз обосрался, но они же все-таки починили свой этот Fold. Ну, вроде как говорят, что он еще неплохой. Еще неизвестно, потому что не было же... Ну, были какие-то предварительные обзоры и сказали, что вроде как норм в этот раз. Но с чего вы решили, что у Microsoft будет то же самое? Ну, то есть, как бы... У него не будет то же самое. Знаешь, почему? Ну. Потому что у него экраны не соединены в один. Это два экрана. Два экрана, понимаешь? Все равно это не выглядит как удобно. У тебя типа клавиатура, то есть они там показывают в презентации, ты его раскладываешь, вот печатаешь на клавиатурке, то есть у тебя вот здесь вот клавиатурка на тач, а здесь, ну типа нафига? Зачем? Телефоны только недавно научились как бы обеспечивать достаточным уровнем энергии один экран, тут уже их два. Mm. То есть я бы подождал ревью, потому что кто-то из вас хочет телефон с двумя экранами? Нет. Знаешь, хуй с ним с телефоном, но вот сам планшет Surface, да, который выглядит так, как будто... Маленькая ремарка. Планшет Surface сделан на специальной версии Windows 10 X, а телефон, который рядом с ним лежит, на лончере Android от Microsoft. Что? Это он там на Android? Это две разных операционки. Подожди, а 10 на 10 X можно... Я тут. На 10X можно Fallout запустить или нет? Второй. Я не знаю, но говорят, это типа просто отдельная версия. Я так понимаю, что там больше интерфейс типа меняется. А так он, походу, это просто винда под арм. Знаете, что это похоже? Два iPad'а взяли вот так и скотчем перемотали. Ну, ты правильно вам пишешь, что тут и две батарейки. Да, я говорю, два iPad'а, да. Перемотанный скотчем. Класс. Можно с одного iPad на другой перетащить. Я даже не знаю, плюс ли это. Мне очень понравился кейс, где они показывают, знаете, где приложение, короче, ну, чтобы показать, типа, что эти экраны объединены, где приложение такое, типа, знаете, размазывается на два экрана, типа, и огромная щель у него посреди интерфейса такой. Я думаю, да, охуительный кейс, пацаны. Там же самое важное, что это, по сути, три экрана на этом телефоне. То есть три экрана, которые показывают тебе, то есть у тебя развернутый и свернутый, у тебя еще маленький есть экранчик посередине. То есть, конечно, им нужно две батарейки, как можно больше. Но просто посмотрим ревью, потому что интересно, как... Тут же все будет зависеть от того, как разработчики будут использовать эти два экрана. И что-то мне подсказывает, что кроме Microsoft никто особо не будет вкладываться в разработку. Не знаю. Вопрос еще в приложении. Тем временем некто...
Андрей или Андрюша занес нам сколько-то там рублей. Денис, уважение общервучими через скупчину. Пацаны, это кот. Слава Украине, что я могу сказать на это, да. Денис Бондаренко занес на 300 рублей. Тимур, ты обещал ответить ДТКД, но забыл, а я проспал. Как ты учился фотографировать? Чем отличается процесс на фотике на смартфоне? Такой вот вопрос. Я не учился фотографировать, простите. Пам-пам. Я не читал все. Я могу сказать, что я когда-то давно читал статьи, чтобы хотя бы понимать, что такое там выдержка, экспозиция. И вообще, типа, что такое вот эти... Что это за цифры странные? Выдержка F3... — это когда спину держишь прямо, когда да. фотографируешь, да? Ну, говорят, вот у него хорошая выдержка, да. Да. Он терпел пытки 3 часа. Да, и еще вот эта история, знаете, с тем, что, например, что это за F разделить на 2,4, например? Что это за хуйня? Это матан там случайно протекает в приложениях камеры. Вот да, но я это все читал году там в 2000-м где-то. Так. Вот, как бы, и все, как бы, вот эти, знаете, все истории с композицией, вот это все, короче, как бы, я ничего этого не читал, и фоткаю, как фоткается, я ничего не учился, сорян. Сейчас спасибо последним девайсам, они, в принципе, фоткают лучше, чем в реальной жизни. Был в Реутове, ходил, фоткал Реутов. Он прекрасный на моем айфоне, супер, мне понравился. Это знаешь, Денис такой берет телефон, идет в Реутове, там полный пиздец. Если что, я был в Реутове. Фоткает так, а на телефоне-то заебись. А телефона-то нет. Не, это в Купчино, да. Не перепутай, да. Реутов — это место, где собрали панельки всех периодов России. Очень прикольное место, как музей под открытым небом. Рекомендую, мне очень понравилось. Слушайте, я был в Реутове недавно по делам, несколько раз, короче, и я могу сказать, что Реутов меня произвел странное впечатление. Первое, ты приходишь, огромное количество новых домов, причем такими местами классные дома. То есть там прям, типа, знаете, панорамные окна, вот это все, и ты понимаешь, поскольку это Реутов, то это, типа, очень недорогие квартиры, на самом деле, по московским меркам, конечно. Вот, и... Ты понимаешь, что это только дома? Между ними ничего нет. Они уже высасывают твою душу. Это только дома. То есть реально ничего нет, только на первых этажах. Изредка есть там пивная у Бочарика и какая-нибудь там типа Диксон, там, знаете, за прилипалами сходить туда. А тебе что еще нужно? А вообще ничего, ни парка, ни кафе, ни ресторан, никаких... А это что, в Москве даже, находится? Даже торговых центров нету, только около метро вот новое казино есть. Ну да, и что? Ты туда пришел покупать, что ли, что-то? Или жить ты? Не, хочется, типа, выйти там из дома, да, куда-то там сходить там и прочее. У тебя же компьютер есть, бро. Зачем тебе? Ну, бля, как бы. И, в общем, как-то меня произвело довольно-таки грустное впечатление. Нам потом опять будут писать, что хули вы обсираете Реутову, педики. Не, мне очень понравилось. Я за Реутов. Кто-то спросит меня. Я за... Короче, его не бить, понятно. У меня есть классная новость, которую я добавил в шоу-ноуты. Давай. Покажешь картинку? Да, сейчас я найду. Покажу мою картинку. Давай. Ну, ту, которую я тебе скидывал. Не, показывай картинку. Показываешь? Показываешь? Тем временем, спойлер, а ты любишь зебру? А, нет, а почему? Ну ладно, хорошо. А, тут шоу-нот называется «Зебра — это способ защиты всякого». Да. Можно подумать всякое. Ладно, хорошо. Защищаем свою ментальную личность от... А на картинке это что? Корова? Короче, смотрите. Значит, исследование такое. Ученые, это свежее исследование, которое только-только вышло. Значит, оказалось, что зебры выработали полоски на своих боках как способ не только красиво выглядеть, но и защита от насекомых. Вот видите эту корову на этой инфографике, где помечены специальные части коровы, показано, что коровы, покрашенные в зебру, значит, их меньше кусают на 50%, чем непокрашенных коров. Ну, потому что либо укусит, либо не укусит, я так понимаю, что по полоскам это считается. Видимо, муха летает. А если корову покрасить полностью, то вообще никто кусать не будет. Так, а если ее в тигра покрасить, я не понимаю. Видимо, муха летает так быстро, что испытывает эффект Доплера и просто не видит корову. Как вам такая теория? В общем... Да. Ученые предлагают, как бы в конце, здесь много форумов, там, если промотаешь, очень интересно. Собственно, предлагают это как способ защиты домашнего крупнокопытого рогатого скота, который сильно страдает от укусов мух. Вот такая важная новость.
прямиком из научного мира. Мне просто интересно, кто-то действительно сидел и считал количество мух на зебрах и на коровах? То есть это так? Типа, укусил или нет? Я не вижу. Семен, кусала она или это было уже? Слушай, давай под макросъемкой посмотрим. Да? А там комар такой, блядь, пожалуйста, не трогайте. Семен, а комаров за мух считаем или нет? Потому что тут комар сидит, я не знаю, ослепни. Слушайте, бля, я не могу по поводу вот имени Семен, просто я сегодня угораю, потому что сразу вспоминаю про то, что вот знаете, как имена у афроамериканцев строятся, что как бы, знаете, есть там Дэшон, Лерон, там и прочее, что можно придумать Ди Семен. Ничего хорошего сейчас в голове не рождается от этой фразы. Да, и мы тут же придумали. Семен называется вазектомия, чувак. Да, Семен, да. Бля, простите, это было совершенно не в тему, и отвратительно, ужасно просто. Слушайте, как бы, я так понимаю, что у нас еще классная история про таран дронами, как бы, потому что я так понимаю, что это стартап владельца, бывшего владельца Oculus Rift, Palmer Luckey. А это тот чувак, который на обложке Тайма в таком странной позе такой, да? Я просто вам напоминаю, что Palmer Luckey же вообще такой типа странный пацан, как бы он поддерживал различных республиканцев в ходе выборов там 2016 года. Это его выгнали, да? Да. Он такой типа протрамповский такой жесткий чувак, короче, и сейчас у него есть стартап, в который он вкладывается. Ну нет, Димку, все хорошо. Короче, есть компания, которая называется Unreal. Потому что, ну, вы же понимаете, что нельзя назвать компанию, которая занимается какой-то неведомой ебаной хуетой. Звучит как имя эльфа из Симарилиона, вот серьезно. Unreal. Вот, говорю, нельзя назвать никак, кроме как из Толкина. Или вообще. Как лекарство какое-нибудь. А имя Oculus уже занято. То есть, что у меня еще осталось? Oculus Unreal. А есть еще Palantir, но Palantir тоже уже занят, понимаешь? Потому что Oculus тоже есть компания Palantir. Да. И, короче, чтобы вы понимали, чем занимается Unreal, кроме всего прочего, у них есть специальное новое устройство. Это дрон. Дрон-перехватчик. То есть, чтобы вы понимали, как он работает, он дрон взлетает наверх, детектит другого дрона. И помните, как эти тараны, известные тараны с самолетами, легендарные, которые происходили в периоды войн? Не только. То есть, там много было этих самолетных таранов. Этот дрон влетает в другой дрон. И каким-то образом, пока нету видео, каким-то образом выживает, переживает это столкновение. Тот дрон, куда он влетает, падает, ломается, а этот летит дальше искать свою новую добычу. Дожили, наконец-то, битвы дронов над нашими головами. Я уверен, что в Москве их закупят просто массу. Модель, знаешь, как называется? Кто нахуй? Че летаешь, братан? Позволь, хочешь взвешу тебя, хочешь скажу, сколько килограмм весишь, а? Да, кстати, в чате пишут хорошую историю. Помните видосик про рой дронов с маленьким зарядом взрывчатки, которые летят в людям в голову и прям взрываются? Это же фейк. Рендер, да. Да, это фейк. Я бы сказал, что это правдоподобный фейк настолько, что некоторые повелись. Хорошо сделанный фейк. В этом суть фейков. Если кто не видел, история в том, что якобы какая-то конференция типа а-ля TED и некая компания, которая делает вот таких мини-дронов, то есть они размером там, я не знаю, там в 3 сантиметра типа того, в которой содержат там капли взрывчатки, вот она летит конкретно туда, куда надо, прямо в голову и взрывается, типа как управляемая пуля. Не терпит следующую новость рассказать, чуваки, можно? Да можно, давай. Ладно, в общем, как вы знаете, существует целая индустрия секс-игрушек. Так. Бля, я не хочу эту картинку показывать. Покажи. Бля. Есть какая-нибудь картинка с индусом, который кликает на мышку? Короче, чуваки сделали auto-blowjob систему. Ну, как вы понимаете, зачем, и использовали, натренировали в ней нейронную сеть. Как тренировали нейронную сеть? Группа людей в Сербии было поручено часами сидеть на Pornhub и при помощи специального плагина для браузера вводить по виртуальному фалосу в ритм тому, как это делают на видео. В итоге эти данные они использовали, чтобы обучить нейронку для того, чтобы ваш экспириенс был просто супер. Он поддерживает 9 режимов, 10 режимов. И это самая странная вещь, которую я ожидал от Сербии. Типа, я, возможно, это не ожидал ни от кого, но от Сербии вообще никогда. Бля, ты понимаешь, что там есть тизинг, лоу, слоу строук, топ строук, ботом строук, топ строук. Представляешь, как сложно назвать это все было? Да.
Блин, ну, короче... У меня нет слов, пацаны. Я просто сам представь себе, как люди, которые занимались обучением этой нейронки, как они своим родным объясняли, на чем они работают. Я видел плагин, как это выглядит. И там, правда, просто такой тоненький член нарисован, и по нему водишь мышкой просто. То есть это, по сути, дрочить курсор, да? Да-да, и кому-то за это платили, чтобы он это делал. Слушайте, я уже сказал Денису, что на самом деле, мне кажется, было проще нанять сербских проституток, которые просто сосали механический хуй. Да, это стоило бы дешевле, я просто практически... Хорош, мы про стартапы, тут так никто не делает. IT! Нейронки! Бигдата, бро! Нейронки! Ты что, собираешь бигдату на шлюхах, как бы, нормально? Нет, для шлюх блокчейна, это другое, не путай. Я просто к тому, что, типа, вообще там в различных там компаниях в Сан-Франциско вообще очень принято там, типа, вот там шлюх вызывать. Спрашивают, сколько стоит. Видите, уже нашлись потенциальные... Это вопрос Тимуру как вызвать или сколько девайс? Бизнес-модель оправдана. Я, кстати, вам напоминаю, пацаны, что в России это не очень освещается, как бы, ну и вообще в мире, но дело в том, что периодически есть же такой довольно известный комиксный фестиваль в Японии, который называется Комикет, где продают, естественно, не только комиксы обычные, но там продают огромное количество додзинши, которые эти, типа, эротические комиксы. Это додзинси, это что? Мне почему-то ассоциация с додзи. Эротические комиксы, короче, там еще. Ну, кроме всего прочего, с там... С мужчинами всякие... или с женщинами? Или совсем вообще подряд? И с предметами, и инопланетянами. Sometimes even camel, да. Октопус. Там может быть все что угодно. Там может быть тентейкл, рейп, там гуро, хуюро, вот это все. Наговорил нам полный хэштег, да. Ставьте хэштег. Кодов, да. И, кроме всего прочего, там же, ну, там фигурки всякие продают и так далее. Но у него есть ответвление, которое, по-моему, проводится чуть ли не в одно и то же время, ну, или буквально с небольшим разрывом. Игромир 2019. Примерно так и есть, только там отдельно... Японец приезжал, думал, он просто так что-то показывал Death Stranding, где нет. Показывал, да, октопусов. Ну и короче, чё? Там отдельная ситуация, где показывают игры определенной направленности. Ну там всякие, знаете, визуальные новеллы и прочее. Но самый большой вообще бум сейчас там, это VR. И VR просто... VR-порно отсюда или что? Не, ну VR-игры как бы определенной направленности, вот. И для них делают гигантское количество аксессуаров. Делают аксессуары, чтобы они вам на все тело лепились, на определенные места на теле, короче. Ну, всякие, какие интересные. Всякие, наконец-то всякие... поясницу подержу свою. Конечно, и понимаешь, как бы такой, знаешь, ложишься, и тебе держит поясницу, короче. Да. Вот, кверх ногами, знаешь, такой, типа. Все как, бабушки видите, мечтают сверху, в VR поясницу. И сверху тебе, знаешь, там поясницу тебе там держат, короче, вот. И вопрос в том, что... Там пользуются безумной популярностью. Там просто бум этих игр, бум вообще всех этих аксессуаров, короче. И там видосы с этих вот этих конвентов, они совершенно пиздецовые, потому что там типа открытые стенды, абсолютно, да, короче. И знаете, там лежит чувак, который там в VR, короче, и там типа непонятное устройство размером с девочку, но не похоже на девочку, короче, его там просто ебашат, вот так вот, и люди стоят вокруг, фоткают, типа там, знаете, видео снимают. Это оттуда вот эти гифки адские нарезанные, да? Да, короче, и я такой просто, что, блядь? Подожди, VR-порно самая классная часть, которую я видел, ты же там все трогать? Тай, то супер, я видел, как чувак, значит, такой аккуратно друг потрогал, потом схватил, значит, персонажа, девушку за ногу и выкинул за пределы сцены. Вот это immersive experience. Бля, подожди-ка, он взял ногу, выбросил и... Ну просто выкинь, все, прошел игру. Отказался от порока, потому что у него Христос живет в сердце, и ему это не нужно. Точно, я словом прям в VR вот такой раскрутил, и такой типа хуяк и выбросил, да-да-да. Да, кстати, к вопросу об этих моментах. Я хотел поделиться, я в Твиттере писал. Совершенно неожиданная штука. Вообще неожиданная штука. Вообще ирелевант абсолютно. Дело в том, что... Я тут посматриваю, короче, одно аниме, уже третий сезон. Вот. Мы не осуждаем Тимур. Не-не, ну ты все круг свой, это зона безопасности. Ты можешь говорить такие вещи. Safe place. Да-да-да, типа, привет, меня зовут Тимур, и я смотрю аниме. Привет, Тимур! Мы все смотрели, все прошли через это, Тимур. Добро пожаловать. Не стесняйся, да.
Короче, есть такой аниме, называется Туару Magical Index. Вот. Я поговорил про его спин-офф в свое время, который называется Туару Railgun. И, а под Magical Index это, типа, по сути, ну, оригинальное аниме, от которого вот был спин-офф, который я вам очень советовал. Я могу сказать, что, ну, мало того, что Magical Index сам вообще там прикольное аниме, потому что там местами такая ёба, что я вообще ни в одном аниме в жизни такого не видел. Ну, настолько круто нарисованных боёв, ну, там просто охуеть. Там такая хуйня на экране происходит, что ты просто, блядь, вот так вот. И... меня больше всего заинтересовал другой момент. Я такого вообще никогда в жизни не видел, даже в аниме, ну, редко очень. Когда в мультфильме полное гендерное равноправие. Ну, так это нормально для японцев, разве нет? И оно заключается не только как бы в том, что, ну, там, типа, девочкам там все позволено, они могут работать кем угодно, делать что хотят, и парни то же самое. Вот это мир, а! Вот они мне удалось говорю, сделать. Не, я говорю то, что, типа, как бы, ну, везде такое есть. Там совершенно нормально, можно, например, парень дать в ебло девочку, вот так вот, ну, нахуй, просто, короче, у нее прям кровище, вот так, и она там просто расходит, или, например, берут девочку и просто пинают, блядь, по голове, об стену, там, короче, кровище хлыщет, короче, такой, ты чё, блядь, сука, охуела, короче? В это время такой... люди в Норильске просто не понимают, о чем идет речь. Ну, то есть, а в чем новость-то вообще? Да-да, типа, это необычно или что? Если честно, я был в шоке, потому что вообще история с битьем женщин мужчинами там в Голливуде табуирована, как бы, да? Но это редкость. То есть, в основном, там в артхаусе в каком-нибудь это еще можно встретить, но в массовых каких-то вещах это как бы то, что не принято делать. Женщины могут бить женщин. Женщина так. может бить мужчину, так. но мужчина практически никогда не бьет женщину. Ну, если он злодей только, да, какой-нибудь. Да, ну, то есть, или это типа супер редкость. Я могу сказать, что там, например, даже моменты, когда про Шарлиз Терон в «Атомной блондинке», например, там пиздили там на лестнице, mm-hmm. это выглядело дико, потому что на самом деле, ну, это редкость. А подожди, а здесь это смотрится нормально или что? Мне кажется, это здесь это вообще не уделяется никакого внимания, как бы типа пацан такой разбежался со всей дури, такой, ну, нахуй. Я правильно тебя понимаю, что тебя удивляет факт того, что там есть такие сцены, но не удивляет факт того, что мужчины в аниме, возбудившись, кровь из носа идет. Не-не-не. Как мы вообще можем анализировать эти аниме, если там такие вещи происходят? Ну, понимаешь, это как бы определенная все-таки ментальность, и мне интересно, что в японской ментальности считается нормальным, там, показывать, что там девушку там пиздит там по лицу, как бы, мужик, да? И это типа нормально. Потому что, как бы, например, там герой средней позитивности там, типа, дает злодейке такой просто в еблет, такой, ну а нахуй, короче, вот. И она там, типа, отрубается или не отрубается, например, встает, как бы, он говорит, а что ты, блядь, встал? Такой, ну, а еще раз нахуй, я поебу. В общем, ты не смог разрекламировать нам мой аниме, прости. Я понял, ты пытался. Я просто к тому, что я был очень удивлен тому, что там это считается нормальным, потому что, говорю, опять же, это практически табуированная история, типа, вот в обычном медиа, там, например, голливудским. Как бы, то есть, ну, ты редко это встретишь, на самом деле. Ну, короче, я просто хотел поделиться таким мнением, потому что мне это казалось странным. Потому что когда ты это видишь, когда это происходит, ты понимаешь, что, бля, это же на самом деле редко где увидишь. То есть остальное в японской странным. Культуре тебе не кажется странным? Есть некоторые... As expected from Zambak Sama. Да, понятно, короче. Я могу тебе просто, знаешь, вот сейчас как бы, можем как-то сделать специальный выпуск, типа как аниме, и просто прям клише. Знаешь, там Дима бьет по арбузу на пляже, короче. Так. Тимур делает Диме шоколадный пирог. А почему вдруг Тимур и Дима? Онлайн. Это, блядь, за пэринг непонятный, блядь. И каждый раз, когда вы будете донатить... Можем пошипить Максиму. Подожди. И каждый раз, когда ты делаешь ему шоколадный пирог, и когда сахара добавляешь только по донатам. И ты, если будешь хорошо стараться, то так пересахаришь. А это эвфемизм какой-то, шоколадный пирог? Ну, я думал, да. Вы, кстати, слышали историю о том, что Голландия отказалась от названия Голландия, и теперь она будет называться, собственно, Нидерланды. Ну вот, и мне в этом плане интересно... Да, мне просто в этом плане интересно, вот Кевин Смит в своих «Клерках 3», он... Не сможет теперь показать голландский штурвал, придется показывать нидерландский штурвал. А все, никаких штурвалов нету. Все, нету никаких штурвалов. Ты просто старый сильно помнишь такие вещи. Да. Поэтому, как понимаешь, а вот Нидерланды прекрасная страна, процветает, где IT, стартапы, здоровый образ жизни, тюльпаны и деревянные тапочки.
А ты такой говоришь, ну улица, какая улица? Нет никакой улицы. Не, ну ты понимаешь, что с точки зрения голландца, это вполне, в смысле, извините, подданного королевства Нидерланды, это абсолютно нормальное явление. Ну представь себе, вот у тебя есть страна, да, предположим, Россия, вот, и у тебя есть определенный регион, который, скажем, не очень большой, но куда все ездят, ну допустим, Чечня. Вот. И ты называешь всю страну Чечней, понимаешь? Это немножко разные масштабы, там как будто бы... Но сама Голландия, она не очень большая по сравнению с Нидерландами. Ну, очень небольшая, я бы сказал. Половинка. Ну, даже ладно, хорошо, даже не половинка, меньше половинки, там, треть типа того. Ну, они же, мне кажется, они такие вещи делают, когда прошел референдум, все такие, а нам нормы, все такие, ну ладно, давайте сменим. Типа там были варианты, как еще назваться... Там Animal Land, не знаю, типа оранжевые пацаны. Ну, то есть что-то должно было такое быть. Или, знаешь, там типа Cake Land, короче, где едят только пирожки. Да-да. И идут спать. Ну, просто я к тому, что логика ясна абсолютно. Но тебе приходится в этом мире жить, представляете? У нас пропала страна с карты. То есть в 2020-м, точнее, пропадет. Все, теперь будет другая. Тут говорят, вообще-то Голландия — это область в Нидерландах. Да, я об этом говорю, что они очень большие. Пацаны, вы знаете, вот каждый раз, когда украинцев зовут русскими, вот, как бы, они тоже такие. В американских фильмах, да. Очень обижаются там, как бы, и, знаете, как говорят, я из Киева, а, из России. Он такой, нет, это Украина. Что? Ну, это же Украина, другое государство. Что? Что? Ну, американцы, из России, да. Наша география, они вообще ничего не понимают в географии нашего континента. Моя любимая рубрика — это когда американские новости, типа CNN, пытаются показать, что что-то в Европе, в Словакии что-то произошло. И вот у него, и значит, этот режиссер, который все здесь, он вот так смотрит на карту Европы, Словакия, наверное, тут. Рядом с законом. Наверное, тут. И там, значит, попадают и Сербия, и Украина туда, и часть России какая-нибудь, и Турция может попасть. Они прям, это просто классика в их репортажах, очень люблю. Слушай, я так троллил как-то своих знакомых, мы отмечали Новый год, все были нахуяренные, короче, и там два американца тоже что-то пиздили по поводу географии. Пиздили по поводу биографии, короче. Вот, и я их просто, знаешь, чем сказал? Типа, я взял там, открыл, типа, карту с атласом, тыкаю, короче, в Калифорнию и говорю, Нью-Йорк же здесь, да? Вот, они такие, ну да нет, ты чё, типа, ты чё, не знаешь, где Нью-Йорк? Я говорю, да вот, рядом с Вашингтоном, тыкаю там в Аляску, короче, вот все тут. И они так бомбили, пиздец. Смешная история про Канаду, кстати, хотите? Вы слышали эту историю, что вот Канада, вот она здоровая страна, по размеру похожа на Россию, ну, плюс-минус. Только канадцы живут вот там, где граница с США, то есть там такой небольшой, там теплее, километров 400 промежуток, где все основное население живет. То есть процентов 80 населения живет там. А все как остальные... в России, да? Да, то есть ты сидишь и смотришь, думаешь, наверное, все северные страны такие. Ну, то есть как бы мы кучкуемся там, где потеплее, знаешь, а там, где похолоднее, там сумасшедшие люди живут. У меня другая странная история про Канаду есть. Были такие чуваки, еще в Российской империи, духоборцы называли. Это, короче, там целая сложная история, как и гонения они подвергались как православной церкви. Звучит как новый класс Диабло, на самом деле. Да, они где-то там возле Тбилиси жили. Духоборцы, кстати, да, это паладины духоборцы. С рогами такой, знаешь. Толстой, в общем, заморочился, собрал денег со всей России, чтобы этих 7 тысяч духоборцев отправить жить в Канаду, чтобы их никто здесь не преследовал. И отправил. Так. Это просто вся история. Типа, 7 тысяч человек из России переехали. А почему? Может, Толстой на меня соберет денег и отвезет меня в Канаду? Нет, я согласен быть духоборцем, если нужно. Можно это же быть духоборцем, на меня кто-то соберет денег, типа, и скажет, что иначе Тимур тут репрессирует, короче, давайте. Слушайте, а что за история с Теслой у нас в шоу-нотах? Это что такое? О, это я добавил. Появился этот режим Smart Summon. В 10-й версии Самон. Это да. У духоборцев такое или у кого? Это как у некромансеров в Diablo 3. Теперь ты можешь... Смарт Самон, да, я понял. Да-да, Смарт Самон. Но только вместо скелетов Тесла твоя подъезжает. Там два режима. Она либо к точке на карту подъезжает, либо к тебе. И там короткое видео, как семья с детьми... Семья в общем, я перескажу. Дождь, парковка, семья вышла, там трое детей, сумки, все, и ливень за пределами торгового центра, и мужик нажимает кнопку «Тесла, забери меня», как взор, помните, свистишь, или там «Плотва», и Тесла к нему подъезжают, все садятся и очень счастливы. Выглядит очень круто, как будто в каждой машине должна быть такая фича. Она подъезжает просто к тебе поближе, да, или что? Да, она с парковки доезжает до тебя.
На самом деле, там было очень интересное видео, которое было примерно месяцев 5 назад, когда типа еще в бете этот был Самон, и там был прикол в том, что чуваки разбирали, как она типа едет, вот. И выяснилось, что она там типа может так дичайше тупить, машина, что может там буквально в трех соснах заблудиться и может к тебе нихуя не приехать, вот. Или приехать, например, просто проезжая там чуть ли не по людям, там по бордюрам. Удобно же. Вот. Ты же хочешь побыстрее машину получить. Да-да-да. Ну, то есть там типа еще требует доработки, и эта функция, она такая. Она... Но они ее не позиционируют как автопилот полноценный, то есть ты ее, по идее, запрещено ее использовать, если машина не в поле видимости, они прямо об этом пишут. Ну, я есть... вижу на 4 километра вперед, камон, в чем проблема? Ты Леголас. Да-да-да-да-да, короче, там она где-то стоит, типа на парковке. Леголас, нужен твой острый взгляд, такой вдаль взглядывается, и там Тесла такая в трех соснах едет. Мы нарушаем license agreement. Короче, берешь такой, знаешь, поднялся на Останкинскую телебашню, из Кутузовского проспекта, короче, вызываешь себе там Теслу такой, и смотришь на нее в бинокль, и говоришь, давай, родивая, езжай, короче, она там просто по встречке, по бордюру. Ты говоришь, не нарушаю ничего, короче. Бля, ну слушайте, ну это клево на самом деле, но мне кажется, это таким образом тестируют какие-то истории с автоматическим управлением. Ну, это уже работает, понимаешь? Ну, то есть, как бы, очевидно же, автопилот придет и будет повсюду, и очевидно, как бы, все будет автоматизировано. Это просто, как бы, фича, которая очевидна. Ну, то есть, ты вышел ты там откуда-то, твоя машина сама к себе подъехала, забрала, она там, может быть, бомбила все это время, приехала, салон заблеван. Ну, то есть, это такой... Серьезно, убирать кто? И поехал на салон. Сейчас, короче, хозяин, к Артуру надо заглянуть, бетон забрать, да. Потом мы сразу в Купчино едем. Приезжает, а у нее, знаешь, сверху багажник, там цемент, мешки. Говорит, начальник, я сейчас по пути тебя закину, там такое дело. Сейчас выгодно парим этот цемент. Вообще нормально будет, брат, ты садись, давай быстрее. Там Флора пишет, Тесла, займи мне место в очереди. Тесла. Убей. Ну, ты слышишь, такой, типа, стоишь такой на парковке, знаешь, такая, справа от тебя машина, короче, перед тобой стоит человек и говорит, вы арестованы. Ты такой, Тесла, убей. И у него фары такие зажигаются и красным цветом начинают гореть. Реально Бэтмобиль же, ну? Камон. Ну, да, кстати, было же в этом темном рыцаре, забыл, сколько этих оттенки рыцарей забыл. В общем, там была такая фишка, где его машина сама подъезжала, и это прям один в один. Я вам напоминаю, что в Tomorrow Never Dies Бондиана с Пирсом Броснаном, короче, у него была бэха, семерка, которую он управлял с помощью коммуникатора Nokia. Он его открывал, там был видеофид от первого лица из машины, и он там, типа, ставил пальцы на два таких шарика, ну, типа, как типа джойстика. Типа, как Асфальт 8. Да, да, и такой, типа, ее к себе подзывал, типа, и вел к себе машину. И она такая, как в него стреляют, там она бронированная, подъезжает, открывается дверь, он запрыгивает, короче, из заднего сиденья, опять же, с помощью экранчика едет. Вот. И тогда это было середина 90-х годов, казалось, ну там конец даже 90-х годов, это казалось просто охренеть. Ну, то есть просто что-то невероятное, короче. А сейчас, ну, сами понимаете. Есть, подожди, ей управлять, что ли, надо? Говно какое-то. Вы что там, блядь, делали в своих стартапах, хуяпах, да? Вам зачем блокчейн, чуваки? Дичи. У нас тут правильно пишут, что это типа приложение bmw7.jar. Ставится на Symbian. Все, ничего не знаю. Слушайте, давайте перейдем к впечатлениям к нашим на этой неделе. Давайте. Давай, Дима, какое аниме ты посмотрел на этой неделе? Я посмотрел аниме про Гардианов. Помните этот ролик? Fair Team Leader, I found the chest. Да, короче, я поиграл в новый аддон к Destiny, который называется Shadowkeep. И могу сказать, что я очень разочарован. Ну как так-то? Дело в том, что я тебе давно... Тебе нравится пушку год искать, свою настоящую, знаешь, самую любимую? Я очень много играл в Destiny 1. То есть у меня там наиграно 1500 часов, наверное. То есть дохерище просто. Я не очень много играл в Destiny 2. Я пропустил, там, не знаю, половину этих аддонов. Я ни в один рейд в Destiny 2 не ходил. Ну, то есть, по-моему, в один сходил. Ну, короче, мне было наплевать как-то. Я не любитель истории. Я вообще считаю, что я контент-турист. Знаешь, такой прихожу, смотрю, что там в сюжете, и ухожу. Так вот, я могу сказать, что я почему-то по странной логике думал, что новый аддон к Destiny — это...
Ну, знаешь, такой, как вот был The Taken King для первой Destiny. То есть такой, где поправили весь баланс, там переделали все, там очень много контента, много всего и прочее. А на деле это как DLC Dark Below. Ну, то есть, ты так мило, что ты думал, что там так все хорошо. Я думал, там что... просто новое дно. Да, ну то есть как бы... Ты так хорошо думаешь о людях. Он очень проходной, и вдобавок ко всему, ты попадаешь на Луну. Луны не было со времен первой части Destiny. Я-то думал, что там будет как бы новые там какие-то подземелья, там на Луне новые там прочие контенты и прочее. А там, по сути, взяли и сделали те же самые карты, что были... первой части Destiny, только, ну, с улучшенным графоном для Destiny 2. Ну, вот прямо сейчас ты показываешь локацию, которой не было в первой части. Была эта локация? Нету. Ну, бля, чувак, я очень хорошо помню. Нет, ладно, нет, короче, оставшаяся часть карты, она вот ты реально вспомнишь. Я открою тебе секрет. На Луне не очень много разнообразия. И это, ну, я понимаю. Ну, блядь, ты, камон, ты играешь в фантастический, даже не фантастический, не sci-fi шутер, а фэнтези-шутер в космосе. Как бы ты можешь придумать все, что угодно. Но вот, я думаю, ну ладно, надо попробовать сходить там, не знаю, в какую-нибудь активность. Они там не все сразу открыли. Вот буквально там вчера туда завезли вексов, которые там появились опять. Вроде как интересно, но я понял, что у меня Destiny не цепляет уже вообще абсолютно. Мне просто насрать. Я посмотрел, чем заканчивается новый рейд. И, чтобы ты понимал, новый рейд происходит в Черном Саде. Помнишь, в первой части Destiny? Mm. То есть вот там происходит. Подожди-ка, а Черный Сад же Black Garden на Марсе находится. Ну, значит, какой-то другой сад, я не помню. Ага. Че пристал-то вообще? Я че, блядь, тут специалист, разбираюсь, что ли? Ну, ладно, короче, я почему-то разочарован. Я прошел сюжетку, я не пойду в рейд, и я уверен, что я не буду упарываться. То есть мне не зашло. Но я могу сказать, что там же произошла история, что Destiny впервые вышла в Steam. А до этого она была только в Battle.net, поэтому для многих ПК-игроков она, по сути, только вышла. Как так? Ну, потому что они не играли до этого. В Battle.net никто её не покупал. Ты забыл сказать основную вещь. Не то, что она вышла в Steam, а то, что вышла она бесплатно. Я как раз это и хотел подвести, да, то, что... как бы ты, она бесплатно доступна для себя, да? Если ты хочешь там, типа, условно, пойти в новый аддон, тебе надо его, естественно, купить. То есть там такая история. Но так это, в принципе, ты можешь играть бесплатно. И меня удивило следующее. То, что они, по сути, взяли... Я думал, как они это сделают. Возьмут просто вот ванильную часть Destiny 2, просто вот возьмут и тебе полностью отдадут, да? И ты сиди и играй в нее. Нет, они ее переделали полностью. И сейчас, когда ты начинаешь новым игроком, который вот вообще не играл в Destiny, да? Ты начинаешь, по сути, сюжетку первой части Destiny. Ты просыпаешься на космодроме, к тебе пролетает твой гост, говорит, что вот ты классный гарден, там, типа, ты там, типа, проснулся, замечательно, прекрасно. Пойдем с тобой, типа, там, не знаю, куда-нибудь слетаем. Ты идешь, проходишь обучающую миссию, вот ту же самую, которая была, блядь, Destiny 1. Только в конце ты пиздишь этот шестиногий танк, заебавший меня просто в усмерть. Я честно тебе скажу, что эта история встречается настолько часто, что мне кажется, что, ну как вот... Студия, которая в свое время делала Halo 2, в котором был просто буйство, блядь, фантазии. Сука, 6 ебаных лет вам кидает в качестве полубоссов шестиногие танки. Они просто заебали, вот серьезно. Я понимаю, ну, конечно, они что... меняют текстуры на них. Нет, так, не меняют. Меняют. Подсветки в разных частях танка. Есть синенькие танки, а есть рыженькие танки. Я просто к тому, что, ну, забавная история, что... Хотелось разнообразия. Нет этого разнообразия, но я к чему говорю всю эту историю? То, что ты вот новый человек, да? Ты пошел в Destiny, ты нихуя про нее не знаешь. Ну, то есть вообще. Тебе объясняют, что вот ты проснулся на космодроме, и дальше ты уже летишь в башню. Башня не разъебана. Сюжетка этого Red War, ну, то есть сюжетка, по сути, ванильной части Destiny 2, она не стартует. И для того, чтобы ее запустить, тебе, сука, надо дойти до Аманды Холлидей, которая продает тебе корабли. То есть спуститься там куда-то в жопу вниз и у нее кликнуть на галочку Legacy Content. И только тогда запускается сюжетка. Если ты этого не знаешь или не погуглил заранее, то у тебя сюжетка даже не стартует. Настолько им стало похую на нее, понимаешь? Очень есть... удобно, кстати. Можно баги старые не чинить. Да. Типа все равно мало народу. Это как называется, бы, знаешь, вот про галочку, Legacy продуктология, content, да. Это называется Dark Pattern. Dark Pattern — это когда... производитель какого-то продукта, не всегда плохая вещь, то есть когда производитель продукта делает какую-то вещь по дефолту, которая больше выгодна, типа, продукту, чем, ну, всем остальным. Ну, типа, спрятать историю, чтобы ты сразу ходил фармить лут,
потому что так ты быстрее прокачаешься и узнаешь, что без аддона у тебя лут говно. Да, 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 кстати. А еще ты пойдешь быстрее в мультиплеер, где увидишь большее количество людей и захочешь себе тоже красивенькую эмоцию. С огромными пушками и танцующих. Да. Да, 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 да. Художество захочешь танец. И вдобавок ко всему они добавили магазин теперь везде. Если раньше ты пролетал в башню и шел там в Эververс, чтобы посмотреть, какая там косметика условная. Кстати, шестиногий танк занес на 50 рублей. Ну вы чё? Блин, ну понятно. Причем не просто шестиногий, а шести с половиной ноги. Шести с половиной ноги, да. Ну вот, и короче, если раньше ты просто пролетал в башню, шел в местный магазин, ну то есть, если тебе надо было, то теперь у тебя магазин, сука, доступен всегда из меню. Ну то есть, ты просто нажимаешь options, у тебя, блядь, там магазин. Прям сразу тебе в ебло, купи, 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 купи. Поработали над ошибками, поработали, очевидно. Да-да-да. Слушай, ну, Димка, ты же должен понимать, что это маленькая инди-студия. Всего-то там 400 человек работает, да? Маленькая инди-студия. Которая ушла там от издателя, делает АА-игру. Им нужно как-то зарабатывать на АА-игре, потому что они теперь ее раздают бесплатно. Вот. Аддон покупает. Подожди, мне кажется, они ее бесплатно раздают, потому что они уже заработали продаж у них случился, уже все на нее забили. Ну, надо поддерживать, надо делать новый контент. Теперь нужно ее отдать бесплатно. Как ты будешь делать новый контент? Ее же отдавали на PlayStation тоже не так, да, полгода назад на PlayStation, или больше да, даже, да, или да, год да. назад на PlayStation 4 по подписке тоже бесплатно всем раздать. Тебе нужно, чтобы игру купило сейчас как можно большее количество людей. Весь а она бесплатна. Ну, ее надо поддерживать, нужно контент туда засовывать. Я могу сказать, что то есть те люди, которые упарываются в Destiny, они будут хвалить этот контент, они будут говорить о том, что это охуительно. То есть гринделка, пизда-то все, охуительно все переделали, новый рейд классный и прочее. Я могу сказать, что то ли магия пропала, то ли меня просто перестало это цеплять. Мне просто скучно реально играть в Destiny, вот именно Shadowkeep. Причем у меня есть Season Pass на ПК, я, наверное, поиграю и в следующие аддоны, ну чисто позырить, да, что там происходит. Но я для себя понял, что в такие игры я играю как контент-турист. Я прохожу сюжетку и забиваю на нее хуй на полгода, вот серьезно. Гриндить там оружие. Да, и гриндить там оружие. У меня такой же опыт был с первым Division, в котором у меня тоже где-то около 1500 было, то есть я очень сильно упоролся. После этого я решил, никаких игр с лутом, никаких. Ты этот сраный БТР первой части убиваешь, там, не знаю... 2 часа, 3 часа, вас там вайпают постоянно, а потом оказывается новый патч, и твой лут говно. Обновляйся. Иди на вторую работу домой. Очень удобно. Я помню, как я намеченно экзотически в Destiny собирал эти ресурсы, чтобы типа, как шкура енота, знаешь, чтобы выпала специальная шкура енота в одном из 20 кристаллов, короче. Ты собираешь 500 этих кристаллов просто, и должен каждый еще найти. Звучит как фан. Бля, чувак, я целый день ездил там по Марсу, катался, чтобы найти 500 кристаллов, понимаешь? Это был просто полный пиздец. Какой бы хуйней только не занимались. Вообще. Да, слушайте, да. Потому что вот мы даже гримуар карточки выбивали. Настолько нам хорошо было в этой игре, что мы в ней выбивали гримуар карточки, которые вообще были нахуй не нужны, понимаешь? Потому что делать было больше нечего, а играть хотелось. А теперь делать есть куча всего, но играть не хочется. Ну, мне кажется, здесь произошла, знаешь, такая усталость от услуги. Ну, то есть мне просто надоело. Ну, то есть я уверен, что я возвращаться не буду. А, всё, может быть, вам в этом плане вернуться в Borderlands 3, получше как-то сделать. Надо бы, да. А, я еще хотел вам посоветовать сериал, но я почитал о нем разные мнения, и, честно сказать, даже не знаю, посоветовать его или не советовать. Дело у меня в том, стоит вышлисте, кстати, вон. Есть сериал, который сняли во Франции на деньги израильтян. Сериал называется «Шпион». Сейчас объясню, почему на деньги израильтян. Дело в том, что происходит... это экранизация истории про одного очень известного израильского шпиона, который в свое время шпионил в Сирии, ну, в пользу Израиля, соответственно. Это происходило там, условно, там... в 50-х, 60-х, ну, я не помню, какой там примерно временной промежуток. А главную героиню в этом мини-сериале, там всего 6 серий, играет Саша Барон Коэн. Играет реально хорошо. То есть, если вы хоть раз в жизни смотрели, я не знаю, там, 17 мгновений весны примерно, ну, то есть, вот... Если есть такие люди, которые не смотрели, периодически крутят по всем каналам. Ну, знаешь, я вот могу тебе сказать, что среди моих знакомых есть куча людей, которые видели отрывочно, но никто не смотрел целиком. Ну да, я тоже сейчас набрал и тоже не смотрел.
Короче, история про шпиона, который внедряется в соседнюю страну, шпионит там, его постоянно там, знаешь, весь сериал держит напряжение, то есть вот-вот его почти поймают, а нет, не поймали, вот-вот почти поймают, нет, не поймали. И так все 6 серий. Могу сказать, что заканчивается все не очень здорово, но это полудокументальный сериал, потому что он рассказывает, ну, реально существующие вещи про реально существующего шпиона. Моя любимая история про Израиль, это как они... там, 60-х, 70-х, 60-х фашистов выкрали из Аргентины своя Моссада. Прилететь, усыпить его, погрузить его под видом груза, увезти обратно, судить. Они, да, они Моссад интересная штука. И как была эта история с Мюнхеном, да? Да, это тоже хорошая история. Но я к чему все говорю? Шпион, он реально хорошо снят, интересно, но меня поразило другое. То есть, насколько это, скажем так, ультрапатриотический сериал с точки зрения Израиля. То есть, это, знаешь, это раньше у нас снимали, например, такие же фильмы про немцев. Ну, то есть, знаешь, там, типа, немцы абсолютно все работают в СС. Ну, то есть, других просто, блядь, не существует. Они абсолютно все плохие. Ну, то есть, не бывает даже там каких-то средних. Это уже какой-то новодел. Нет, абсолютно все плохие. И, собственно, им противостоят такие, знаешь, честные, отважные разведчики, которые просто не имеют вообще никаких недостатков. Вот сериал «Шпион», он примерно такой, но только с точки зрения именно политики Израиля. Вот. Его довольно забавно смотреть, ну вот, если держать в голове, что, в общем-то, бывают две грани конфликта, да? Вот. Но с моей точки зрения он очень однобоко передает все эти события, но если вам на это поебать, ну то есть на эту историю, то, наверное, сериал реально клевый. А так я бы сказал, что ну нечто среднее такое. То есть мне вроде и понравился, а вроде и странный как-то он снят. Вот такая история. Ну я даже несмотря на то, что ты рассказал, я все равно решил его посмотреть. Он у меня вот вышли с те висит, я обязательно до него доберусь. Хотя сейчас столько всяких классных сериалов. Ну он маленький, он всем всего 6 серий, кстати. Ну, то есть он... Да-да, у меня вот у меня там 2678, и теперь стало 2684. Звучит как, типа, до 70 тебе есть чем себе занять. Да, у меня именно столько серий висит, и я еще периодически, я же рассказывал, я беру сериалы, которые, понимаешь, что я никогда в жизни не буду больше... Ну, я просто, в принципе, не посмотрю. Я просто делаю для себя... Я понимаю, что вот я этот сериал, я к нему не притронусь, потому что там, блядь, 14 сезонов. Вот так вот я вот «Ходячих» удалил, короче, я так удалил Arrested Development и Always Sunny in Philadelphia. Я понимал просто, что я никогда в жизни не посмотрю эти сериалы. Я понимаю, что их так много, что вот прям в пизду. И у меня таких сейчас сериалов все больше и больше. Я понимаю, что надо убирать. Иначе я никогда не доберусь до нового сериала. Убирай, да, что проблема. Я вообще не парюсь в этом. Просто удали весь виш-лист и смотри просто чисто наугад. Чисто вот то, что докликнул. Это знаешь, когда Тимур хотел создать себе... Я открываю вот то, что типа вкладку типа вот этих сериалов с виш-листа. И вот там я выбираю, что хочу, как бы, не из всех, а из вышлиста вот там. Просто история, знаешь, Тимур решил почистить свой виш-лист, удалил все нахуй, кликнул, и там, знаешь, там типа «Горячие цыпы 28». Такое я бы не удалял. Возможно, это единственное, зачем мне нужен виш-лист. Ну, именно, короче, винтажная эротика 78-го года, пацаны. Нет ничего. Моя любимая, называемая мохнатая эротика. Нет, мохнатая эра, да. Я так ничего говорю. Не скажу вам. Так, ну, по поводу мохнатой эры 70-х годов, пацаны. Джокер. Мы тут все посмотрели Джокера. Мы подошли к нашей главной теме выпуска, я бы так это назвал. Ну, как бы, есть Кодзима, есть Джокер, ну, сами понимаете. Вот. А, у нас есть хорошая новость. Фильм «Джокер» оказался не говном. Вот. Никто не ожидал, кстати, потому что рецензии критиков были абсолютно разгромные. Он вроде как взял какой-то там приз, я забыл, где, в Каннах или что он там взял. Ну, короче, что-то где-то взял, но мы же понимаем, что как это работает. То есть, Венеции, как бы... кажется. Да, мы же понимаем, как это работает. То есть, как бы оно может и хорошо, но обычному зрителю обычно просто насрать на эти награды. Да и критики же тоже, они то хуй сосят, то радуют какие-то вещи. Ну, то есть, моя позиция вообще не читать никакие ревью, потому что они редко угадывают. И я рад, что пропустил все это. У меня не было ожиданий, когда я шел к Джокеру. Ну и вдобавок всего не забываем про то, что у DC обычно фильмы... Ну, то, может быть, Аквамен еще более-менее норм, но камон, это же не шедевр, там, не знаю, художественных фильмов, скажем так. Вот. Но фильм «Джокер», я так понимаю, нам всем троим понравился, да?
Да, он супер. Но мне понравился, да. Мне, знаешь, что мне понравилось? То, что этот фильм, который даже... Ну, то есть, помимо того, что там огромное количество деталей, например, когда он там пишет блокнот, у него много синтаксических ошибок, то есть они раскрывают очень сильно персонажа, кучи-кучи маленьких кучи деталей. Или как вот эта вот сцена из «Бэтмена» известная, где он там с родителями выходит, и они там идут по коридору. То есть они прям восстановили очень-очень много. Но этот фильм понятный не фанатам, в том числе. То есть да, я редко, согласен. Редко кто-то так может сделать. Это просто хорошее кино, понятное. Я согласен с тем, что если ты нихуя не знаешь про DC, и тебе вообще, ты просто не представляешь, кто такой Джокер, там, кто такой Бэтмен... Ты можешь пойти на это кино, и тебе будет просто наплевать, потому что эти супергеройских элементов, их там просто физически нет. Да, он снят великолепно, да. Операторская работа просто охренительная. Саундтрек супер. Ну, то есть у меня прям по кусочкам сложилась картина, и они этого сложного... То есть злодеев делать грамотных очень сложно, очень мало по пальцам можно mm-hmm. пересчитать злодеев, которые бы удачно удалось сделать кинематограф. И вот Джокер — это раскрытый, очень-очень такой сформированный злодей, очень крутой, мне очень понравилось. А вы читали претензии критиков к этому фильму? Мне понравилась история, то, что... Мы уже обсуждали с тобой, что... Невозможно туториал пройти вначале? Мы уже, Дима, с тобой обсуждали, что женщина, которая написала одну из самых разгромных рецензий, это, во-первых, мало того, что кинокритик журнала Time, известного журнала Time. Да-да-да. Так она в 2015 году, оказывается, должна была получить Пулитцеровскую премию за кинокритику. И эта женщина, которая поставила чуть, по-моему, 20 баллов из 100 Джокеров, или 40, что ли? По-моему, 20. Или 20. 20 да, баллов да. из 100. И 80 из 100 Ghostbusters 2016 года, сказав, что это потрясающая игра актеров. Невероятная просто игра актеров. Потому что это женская солидарность. Захватывающее кино, согласитесь. Вы что-нибудь помните, что происходило в Ghostbusters? Я помню, что женщины были. А ты смотрел? И привидения, наверное, еще были. Я трейлер смотрел. А, я понял, там Тор играл, который этот... Какого? Ну, короче, актер, который Тор играл. Вот Хемсворт. Хемсворт, да. Но я могу сказать, что мне понравилось в ее рецензии, естественно, ругательной на Джокера, то, что Хоакин Феникс, исполнитель главной роли, переигрывает. Не в плохом смысле переигрывает, а в том, что слишком сильно старается. И это, типа, плохо. Ну, нельзя так сильно стараться, ты не в театре, мужик. Он это так, кино. Он так играет, он так на... Ну, то есть, я не знаю, он похудел на 20 килограмм, по-моему. Да. Так старается, то есть действительно такие роли, я даже не знаю, как у него в психическом состоянии, то есть он, ну, смотришь на него, и там они вот эти вот кринжовые моменты, когда, потому что сам по себе персонаж Джокера, он такой, он не вписывается в социум, и там есть такой кринж настоящий, когда он делает что-то не в попад, их прям сложно смотреть, потому что настолько круто они это все сделали. То есть у меня только рекомендация. Вдобавок ко всему, есть очень странные моменты, когда ты понимаешь, насколько персонаж не вписывается просто потому, что он, ну, блядь, неприятный такой мудила. Ну, то есть, если бы ты встретил такого человека в жизни, ты бы от него подошел подальше, вот серьезно. Ну, потому что он криповый. Да, он какой-то, ну, такой странноватый. И у Хоакина Феникса, на мой взгляд, получилось абсолютно полностью передать вот эту вот историю слегка, ну, как слегка, иногда и сильно сумасшедшего человека, который становится злодеем. При этом я могу сказать, что мне понравилась вот вся передача сюжета, поскольку если вы ни разу в жизни не смотрели фильмы, например, Скорсезе, то есть там «Таксиста» или «Короля комедий», причем от «Короля комедий» там, мне кажется, больше всего, то есть да, гораздо больше, чем от «Таксиста». Но этот фильм — это, по сути, омаж вот этим двум фильмам старым Скорсезе, потому что он копирует кучу художественных моментов, куча там сюжетных моментов и вообще... То есть, по сути, он для поколения, которое не смотрело фильмы 70-х, пересказывает тебе почти ту же самую историю и делает это... Ну, то есть, в современном мире тебе нужно снимать кино, которое хоть как-то отдаленно имеет отношение к комиксам. Ну, знаешь, это продюсеры студии посчитали, что... У нас есть фильм, где клоун сходит с ума. Как думаете, он заработает денег? Он такой, ну нет, денег-то он точно не заработает. А вот какой-нибудь там венецианский фестиваль, наверное, может взять. Давайте его сделаем. И тут один такой, пацаны, а давайте это будет клоун. Джокер, нахуй, из DC, все такие, да! То есть примерно так наверняка был питчинг этого проекта, потому что по-другому я не понимаю, как они могли это, ну, реально 2 и 2, что называется, сложить. Больше всего меня удивило то, что когда мы там в чате, типа, обсуждали, просили без спойлеров, типа, это делать, там один человек
говорит, а что там, типа, там прям совсем, совсем типа супергероики нету. Даже Бэтмена все такие, не, Бэтмена нету. Я такой, когда шел, думал, что Бэтмена там нету. А оказалось-то. Ну вот мне вот эта тема, когда супергероика есть, но я как бы не про супергероев. Недавно фильм выходил на прокатском прокате, был как Glass. Стекло. В русском просто прокате да, стекло, да. Да, стекло. И он же тоже про это. То есть это люди, как бы, да, весь фильм тебе там подводит к мы. Вот тут мне очень понравился тоже этот фильм. Ты весь фильм смотришь обычных людей. Там, и потом... То есть вот эта вот супергероика среди обычных людей — это очень крутая вещь. То есть она мне очень понравилась. А ты смотрел ну, предыдущие фильмы перед стеклом, да? Да, да, тоже. Они же... Unbreakable вообще классный, кстати. А как можно сыграть так много ролей в одной... В сплите, это Макэвой вообще, конечно, молодец. Капитан Пикар смог. Вот это я понимаю. Да. Знаете, на самом деле, если мы уж раз здесь жила про Макэвоя, то у него самая лучшая роль — это роль авиадиспетчера в ситкоме SNL, где он играет авиадиспетчера, который говорит с жутким шотландским акцентом, а в это время падает самолет. И он там... Это лучшая его роль, вот серьезно. Самая фича в том, что каждый раз, когда ты смотришь видосы на каких-нибудь шоу, ток-шоу приходит, и там есть ток-шоу британского чувака такого импозантного, короче, который берет там, сажает типа 4 там всяких селебрити, да, и у всех стоят коктейли, а у него пивас. Потому что он наш. И дальше его там типа берут, спрашивают, как бы что-то такое, и он такой, знаешь, такой... Ой... I don't know what you say. Да. Короче, ты такой просто какая, ты не понимаешь, какая личность сейчас говорит. Да. 11. И ты понимаешь, что типа чувак такой, знаешь, в X-менах разговаривает нормально, короче, когда его просто спрашивают, на каком шоу, он такой, типа, ой, траблен, мейт. Как бы, и ты такой, о, понятно, все, ну ладно, короче. Короче, с Джокером мы все солидарны, что фильм клево. А вас не пугает вот эта история, которая в США сейчас обсуждается, что это, по сути, фильм, который, ну, делает из плохого человека такую звезду, ну, как бы, на которой будет там ориентироваться условно молодежь. Ну, то есть, условно, если случится очередной, не дай бог, конечно, какой-нибудь очередной шутинг в школе, то чувак оденется наверняка теперь в костюм вот именно Джокера. То есть, типа, люди... То есть, типа, в фильме романтизируется образ злодея. Насилие, да. Ну, и насилие. Мне кажется... Проблема не в этом, чуваки. Проблема в том, что AR, какой там, 15, ты можешь купить в 18 лет. Это assault rifle. А пистолет продается с 21. Мне кажется, проблема Нет, типа глубже. Нет, не в этом проблема. Тебе же сказали, во все надо видеоигры и фильмы. Понял. А ну, видеоигры вообще очень жестокие. Майнкрафт — это вообще жесть. Бля, пацаны... Я читал недавно твит замечательный. Это, вот история была вот того, что типа было классно в детстве на даче, короче, приходишь там, бабка курицу зарубила, короче, дед курица пошел... Курица бегает без головы. Да, гусю голову отрубил, короче, потом пошел поросеночка зарезал, шкурку с лисы ободрал, короче, там коровку тоже прирезал, вымя отрезал, а вот мозги покушаю очень хорошие. А потом я поиграл в видеоигры и узнал, что такое насилие. Спасибо, Mortal Kombat. Да-да-да. Спасибо, Mortal Kombat, конечно, да. И как вот эта история была с Первой мировой войной, да, помните, когда там, типа, все такие в окопах сидят, такие целятся друг друга, а потом такие, а чё, типа, мы целимся-то, типа, и все такие, знаешь, встают, типа, немцы такие, типа, англичане выходят, типа, из окопов, такие стоят, смотрят друг на друга и такие, а чё сражаемся-то, типа, чё-то такие, да я не знаю. А чё, в чем вообще проблема? Говорит, так видеоигры еще не изобрели. И все такие обнимаются, такие довольные. Потому что жестокости нет. Да. Ну, как бы я просто к тому, что, конечно, видеоигры обвинять это, ну, много ума не надо. Но я вам напоминаю по поводу романтизации образа злодеев, что, например, когда вышел там Чарли Шоколадная фабрика, не очень-то много было убийц в маске там, типа, Вилли Вонки. А чё, Вилли Вонка был злодеем? А Вилли Вонка был злодеем. А что, он не был злодеем? Ну, он такой, как бы, как сказать... Серая зона, грубо говоря. Подожди, персонаж. Людей, которым ему просто не нравились, он топил в шоколаде. В горящем шоколаде топил. Которые ему просто не понравились, как бы. В шоколаде же, не в воде. И призывал к себе маленьких деток.
на свою шоколадную фабрику. Покажи на этой шоколадке, где он тебя трогал. Вот, ну и как бы ладно, там Вилли Вонка, короче. Но я вам напоминаю, что всякие там Breaking Bad, где там вообще-то подпольную, блядь, империю строят наркоманскую, короче, и романтизируют образ наркобарона, учителя химии с раком, короче, и такой, вот типа, ну себе... надо же зарабатывать как-то бабки, семью-то, блин. Ну, это типа как бригаду обвинять, то, что гопников в России много. Ну, то есть, ну, типа, нужно головой думать, читать книжки и стараться не пародировать людей, а жить своей жизнью. Я бы так, ну, типа, будь я учителем, я бы детям это с утра говорил, но вроде... То есть, не знаю, говорят ли они так. А на следующий день они пришли в твоем костюме, а? Как тебе такое, блядь, а? Романтизатор России. Я сразу в школе говорю, директор. Так же это со школами работает, как со стартапами, да? Ты уходишь, да. Теперь я свою школу построю, дети все ко мне. Да, и берешь такой, говоришь, типа, а вы знаете, а вот в этой школе мне обещали за то же самое, что я делаю, 5. А вы мне ставите 3. А мне обещали поэтому... винетик, Машенька. Поэтому я уйду в другую школу, короче. И вообще там... Не будет больше так шутить, извините. Не надо про минетик детей. Ну ладно. В одном предложении точно не стоит. Да-да-да. Понимаешь, как бы... Ты максимум, что можешь пошутить про минуэт, потому что когда Моцарту было 14 лет, он очень любил танцевать минуэт. Простите, сука, пожалуйста. Меня. А в 1812-м у Пушкина была бар-мицва. Что? Я так запоминаю даты просто. Ну, типа, ему 13 было, это время бар-мицв. Бля, ты понимаешь, что я теперь, сука, на всю жизнь запомню эту дату из-за того, что это идиотское сравнение. Это знаешь, как это... Я не мог запомнить дату его рождения, мне нужно... Стало прекрасное. Минус 13 лет, а 1799 год рождения. Да, наверное. А 1812 у него была бармица, да. Супер. Поехали дальше. Когда война 12-го года началась? Ну, это когда была бармица. У Пушкина, да. И он призвал на нее Наполеона. И вот тот приходит со всей своей тусовкой. Со своими ножницами. Бухали так, порвали 3 баяна, спалили всю Москву. Короче, ничего не понятно. Бля, название-то подкаста «Бармица у Пушкина». Это, знаешь, это есть байка про Даниила Хармса, который жил в маленьком городе, ну, еще там давным-давно. Ну, в маленьком городе не очень много телефонных номеров в то времена было. Ну, вот. И он всем говорил, что, говорит, у меня телефон... Очень простой, очень легко запомнить. 32, 8. Очень легко запомнить. 32 зуба, 8 пальцев. Это как моя мечта купить домен dmitry.ru и сделать там страницу старта. Добро пожаловать на персональный сайт Дениса Ширяева. Сделать стартовый. Поиграть сейчас в тайм. Слушайте, давайте перейдем к той теме, которую я хотел с вами обсудить. Как раз, на самом деле, больше с Денисом, чем с Тимуром, потому что Тимур всегда настроен негативно к таким историям. Почему? Сейчас, я не помню. Сейчас расскажу, в чем история. А я как лабрадор просто радуюсь вещам. Солнце, белка. Слушайте, короче, в России запустили, наконец-то, стриминг на основе технологии GeForce Now. Я тестировал технологию до того, как она вышла. Я даже в подкасте об этом рассказывал. Сейчас есть сайт gfn.ru. Я так понимаю, что он не принадлежит NVIDIA. Это некая фирма, которая... GeForce Now Alliance. Да, некая фирма, которая входит в этот альянс. И, собственно, NVIDIA им отгружает свои технологии. Они уже там сами у себя на своих серверах рулят. На картошке. История в чем? За 1000 рублей в месяц ты можешь арендовать, по сути... Серверное облако, в котором можно запускать игры на ультра-максималках. Абсолютно любые. Все это стримится к вам на компьютер. Сервера стоят в Москве, в охуительном дата-центре, потому что это дата-центр, который находится в точке обмена трафика МСК-9. И я так понимаю, что практически любой московский провайдер будет просто заебись работать. Но тут возникает вопрос, а что делать всей остальной России? Ну, видимо, работать будет плохо. Я не тестировал, я живу в Москве, поэтому я не знаю, что там в какой-нибудь там Саратове.
или тем более в Владивостоке, ну, в России работает хорошо. Как мне сказали, говорят, что и в Подмосковье работает очень даже неплохо. У нас чувак вообще с Крайнего Севера в чате пробовал и говорит, что, ну, как будто, ну, типа, input lag на уровне плохо работающего телека. Вот, на Крайнем Севере. Ну, да, я могу сказать, что насчет input lag я за него больше всего переживал. Input lag у меня конкретно практически никакого нет. Ну, то есть, он действительно такой, он практически не ощущается. То есть, он есть в тех играх, в которых, допустим, тебе нужно очень резко шевелить мышкой. А речь идет, естественно, про игры на компьютере. Ну, то есть, там, условно, я запускал Rainbow Six Siege, и я понимаю, что вот я двигаю мышкой, и происходит там, ну, где-то задержка, я не знаю, там, чуть больше, чем обычно. У меня готовы подсчеты. Пока ты говорил, я посчитал, сколько будет обходиться 2080 Ti. Ну, то есть, да, 999 рублей в месяц. Это 6,7 лет. То есть, 7, ты можешь как бы не тратить 81 тысячу на супервидеокарту. И 7 лет играть. Да, играть, и это супер. Дэн, ну, то есть, ты это ошибся офигенно. В расчетах. Да, есть минусы. Потому что на год стоит 10 тысяч рублей. Да, дешевле стоит. Еще дешевле. На 2000. Не 12 тысяч рублей, то есть еще дешевле. Да. То есть еще дольше. То есть это звучит как клевая штука, и всегда было. Ну, то есть ее же все тестируют. И когда-то давно, еще лет 5 назад, был какой-то сервис в России тоже, который закрылся, потому что не было такой пропускной плейки классы. Плейки был, кстати, но плейки, по-моему, до сих пор работают. Какой-то я тестировал, там был прям ощутимый лаг, я не смог. Ну, то есть, если они победят вот эту полосу, то почему, типа, YouTube может действительно, Google может выехать на этой своей платформе, у которого CDN раскиданы по всем крупным точкам, регионам, где только есть какие-то сервера. Mm-hmm. То есть, здесь же самое важное, чтобы у тебя как можно быстрее как бы происходил контакт. По сути, это как бы, ну, мы сейчас все в Discord, когда играем, там иногда Дима запускает стриминг, и там все, и Вася какой-нибудь кричит: «Ты посмотри, одна секунда! Я могу конвертировать как в режиме реального времени». То есть, ну, это же... То есть, это не так, как на Твиче происходит. Ты стримишь, например, а там на Твиче все обновляется там спустя 30 секунд. Нет, это, блядь, в реальном времени происходит. И здесь вот конкретно в GeForce Now я могу сказать, что у меня лично лагов никаких нет. Я почитал, что пишут по этому поводу люди, в том числе и на DTF, и пишут, что, ну, у кого как, да, у кого-то прям пиздец какие лаги. Ну, то есть, блядь, играть просто невозможно. У кого-то лагов нет, но картинку пидорасит просто на квадратике. Я могу сказать, что вот у меня в центре Москвы охуительно работает. Ну, ты понимаешь, здесь же как бы люди, как бы, которые тестируют, уже понимают, что там у тебя, у чувака не должен быть Wi-Fi, например. А если должен, то 5 ГГц, например. И там, типа, так много переменных, где может пойти что-то не так, типа, древний роутер за там, 900 рублей, купленный с Алиэкспрессом, не выдаст, скорее всего, нормальную картинку. Смотри, я посмотрел, что там вообще по характеристикам. Ну, то есть, ты условно запускаешь какую-то игру, и там есть игры, которые оптимизированы конкретно, да, под этот GeForce Now. Они, собственно, у тебя в клиенте, они уже есть. Ну, то есть самые основные, знаешь, там, типа, Fortnite, я не знаю, там, какой-нибудь там Tomb Raider, там, я не знаю, какой. Ну, то есть, вот такие, какие на слуху у всех, да. Metro, например, которая Exodus. Вот. И... Vice City. Heroes 3. Говорит, для того, чтобы запускать Vice City, мы эмулируем мобилу на андроиде 2002 года. У нас специально выделенный андроид. Пускается симуляция 20 Vice City сразу. Да. Ну, и я запускал Shadow of War, по-моему. Да, Shadow of War, который про Властелин колец. И там показывается, какая у тебя видеокарта, сколько у тебя памяти и прочее. Так вот, там стоят Nvidia... Tesla P40, да. Это видеокарты вычислительные. Ну, то есть они в основном для... Для нейронок, да. Для нейронок, да, для каких-то вычислений и прочее. То есть для игр они как бы подходят, но не слишком подходят. И с этим связан один единственный вопрос у меня. Почему там нет RTX-а? Его просто физически там сейчас нет. То есть было бы логично... Дорогие сильно, ну, видимо, чтобы устанавливать. Слушай, вот эти вот, которые ты сказал, 40-е... Да. 10-е Tesla, то есть, по-моему, если не путаю название, это самые популярные вычислительные карты, которые есть. То есть их там базовые серваки предлагают, где GPU есть, там Google Cloud их тоже дает. То есть это как раз, как ты говоришь, для серверов. Ну да. Ну вот,
И, а соответственно, они что, не очень дорого получилось? Они игры видеокарты 16-го года. То есть они были представлены в 16-м году. Ну, то есть 3 года прошло, по современным меркам, а это уже старые абсолютно видеокарты. То есть надо короче, бы, конечно, на высоких, в 1080p ваша игра пойдет хорошо. Нет, не просто так. Не на высоких, а на ультра-максимальных абсолютно любая игра пойдет в 4К в 60 FPS. Просто вот эта картинка... Ты издеваешься. Я не шучу сейчас. 4К 60 FPS на ультра-высоких все абсолютно прям вот... Все ты будет же на максимуме. Ты же понимаешь, что там вот эта видюха, она слабенькая. Послушай, короче. Это только для тех игр, которые оптимизированы под эту ерунду. Я, например, запустил Quantum Break. Я могу сказать, что он тормозит, как тормозил, блядь, сука, так и тормозит. Ну, просто сам по себе, игра сама по себе тормозит, неважно где. Может быть. Ну, вот. Второй момент. Надо понимать, что вот эта картинка в 4К 60 FPS, она тебе сжимается до Full HD или тех настроек, которые ты поставил в клиенте. То есть ты можешь поставить себе хоть в этот самый... В 720p себе 700, стримить. 720p, 120 FPS можно сделать. Да, да, можно так сделать. Можно сделать 120 FPS. Ну, по умолчанию там типа 1080 и 60 FPS. То есть вот так это передает. Угу. Вот. И, соответственно, эта картинка тебе стремится просто на комп, на твой. Это касается тех игр, которые оптимизированы. Если у тебя, например, когда ты хочешь запустить какую-то неоптимизированную игру, то она запускается на урезанной версии этой виртуальной машины, это как это, виртуального этого облака, и поэтому некоторые игры могут тормозить, которые не оптимизированы. Я, например, запустил Quake, который с RTX-ом, и он мне выдал 11 FPS. То есть на ультра-мега-супер-пупер вычислительных этих нету RTX-ядер, поэтому Quake на RTX-е, блядь, тормозит, как у меня на компьютере, если не хуже. Ну, то есть для таких игр он не подойдет. А вот для тех игр, которые вот сейчас выходят, блядь, да любая у тебя пойдет на максималках в 1080, так точно. Слушай, то Макс говорил о том, что эта карта, которая там стоит, что это аналог 1080 Ti. Да, но только она в кластере, и, соответственно, у тебя в 1080 Ti сколько там, 8 гигов оперативки, а здесь 24 гига оперативки. Понял, да, историю? Ну, то есть у тебя пойдет все максимум. И с моей точки зрения не очень ясно, почему, во-первых, стоимость такая высокая, то есть поймите, да, вы за 1000 рублей получаете только доступ к этой серверной стойке. Да, которая... игры не входят? Игры не входят. Игры это только то, что ты в своем стиме имеешь. То есть ты покупаешь игру в своем стиме, ты логинишься в GeForce Now, у тебя запускается там интерфейс этого стима, и ты оттуда устанавливаешь игры. Естественно, они ставятся моментально, как бы надо иметь в виду, да, то, что вот такая история. Я поиграл во многие игры. Я поиграл в PUBG, там, типа, пытался посмотреть, как там на максималках выглядит PUBG. Могу сказать, как выглядит как говно, так и выглядит как говно. А это бета или это уже как продукт запустили? Это уже как продукт все, запустили, да. Причем... Мне кажется, что, типа, просто, извини, что перебил, мне кажется, просто, какие-то итерации, видимо, пройдут, потому что очевидно, что покупать игры через эту штуку самое логичное, что может только быть. Ну, то есть, или в комплекты включать, как вот, типа, Apple Arcade. Да. Я так понимаю, что они заключили договор с Ростелеком, это крупнейший провайдер в Москве, так точно. Не значит, Россия. Вот. Да, там есть, можно запускать игры из Uplay, можно запускать игры из Steam, из EGS. По-моему, там нету Battle. А, нет, Battle.net тоже есть, я Overwatch запускал, да. Что-то еще какой-то лаунчер какого-то там нет. Чтобы вы понимали... Рокстаровского лаунчера, по-моему, там нет. Организовался эту историю не просто Ростелеком, а на базе Ростелекома организовал фонд Софмар. Да. Это фонд, который владеет NVIDIA и Эльдорадо. Вот. И, в общем-то, можно считать в какой-то степени, что это parent компания NVIDIA взяла и, собственно, открыла этот игровой сервис. Вот. Как нам рассказали инсайдеры, сервис готов наполовину. Его должны были запустить через полгода-год. Но его запустили прямо сейчас, потому что очень хотели влететь на информационный повод. Игромира. Да. Вот. Но мне кажется, что нашла коса на камень, потому что Игромир в итоге остался только за Кодзимой. Опять же, даже на Макса Викинсона всем было похуй. Вот. И на GeForce Now, на самом деле, по большей части тоже всем было похуй. Но я рад, что они запустились, на самом деле, хоть в каком-то состоянии, что он более-менее рабочий. Хотя нам говорили, что на старте они хотели запустить с RTX-ом. На старте в итоге не получилось сделать RTX. Единственный способ играть на macOS сейчас в нормальные игры, это вот это решение. То есть я ушел уже с Mac на Windows, именно потому что в Радугу не поиграешь на Ну вот представь себе, вот Red Dead Redemption 2. Представь себе, Red Dead Redemption 2 выходит на ПК, да? И там ультра-мега-супер-пупер высокие настройки, да? Ну, то есть не те, которые ты видел там на Xbox One X или там на PS4 Pro,
просто супер-пупер высокие настройки. И ты не хочешь покупать себе комп, ты не хочешь покупать себе там охуительную видеокарту, но в RDR типа играть хочется. Это для тебя сервис, камон. Ну, конечно. На своем ноутбуке спокойно рубишься. Люди с игровыми компами, скорее всего, будут хейтить этот сервис, нафига он им нужен. Да, у них так все нормально. А люди, которые как бы со стороны, опять же, смотря кто ЦА этого сервиса, да, там, с прокачанными компами людям нефига там делать точно. Типа, зачем люди иначе вкладывались деньги в оборудование, чтобы платить за другое оборудование? Нет смысла. Мне в этой истории меня напрягает только две вещи. Первое, это то, что реально, скорее всего, это будет работать только в пределах там Москвы и Московской области, ну, то есть, мне так кажется, я не знаю, я не пробовал, и, ну, то есть, это, возможно, это в будущем будет расширять, там, географию, да, там, типа, добавлять какие-то точки обмена трафика и прочее. Это первый момент, который меня напрягает в этой истории. Второй момент, то, что все-таки 1000 рублей за доступ просто тупо к своим же собственным играм только на максималках, это как-то, ну, странно, ну, немного. Было бы удобно, если бы за эту 1000 рублей, например, тебе давали там, ну не знаю, там, ну сотню игр в нагрузку, типа как Xbox Game Pass или Uplay Plus, да, или Apple Arcade, да. Это было бы клево. Но сейчас, мне кажется, вот этот сервис, он там условно типа первые полгода, все люди наиграются, а там, по-моему, первые 2 недели бесплатно, то есть можно зарегаться и вбить данные карты и типа поиграть спокойно, посмотреть, работает ли это для тебя или нет. Ну, вот. А потом они все отпишутся и уйдут, ну потому что, мне кажется, это просто не взлетит. Пока они ничего не сделают с ценовой политикой. Мы же все понимаем, что в России за 1000 рублей в месяц ты скачаешь все торренты. Да, но на что ты? Тебе нужно их где-то запустить. На что ты скачаешь? Если у тебя есть, блядь, только хуёвый планшет, который тебе родители... Я понимаю, я просто говорю, что... Меня просто ценообразование пугает. Опять же, на что? Ну, как бы, ты понимаешь, что 10 тысяч рублей в год это все равно дешевле, чем купить компьютер. Это дешевле, даже чем компьютер для учебы. Yeah. Понимаешь, как скорее всего, там же нужен совсем хреновый какой-то, знаешь, подойдет любой тонкий клиент, как подойдет, на нем запускаешь урезанную версию XP и поехали. Да, и вот эти комментарии RDR 2 на XP пойдет? Пойдет, но только через GeForce Now. 1000 рублей. Ему же пофигу, куда стримить. Я где-то видел чувак, это же как бы стриминг, это вот этот подход, он же известный, его использовали много еще. Локальный кто-то играл, с локальных компов стримит, или на серваке ты арендуешь. Где-то я видел чувак на каком-то суперстаром компьютере с 95-й виндой, что-то такое, играл в какую-то суперсовременную игру. То есть это прям, ну, пройденная дорожка уже. Да? Так, ну, что, мне короче... кажется... Я не могу сказать, что мне там GFN прям очень сильно понравился, потому что, говорю, есть претензии, но я внезапно понял, что если Google Stadia сможет вот запуститься, скажем так, чтобы было как можно меньше лага, как это сейчас, например, у меня в GFN, и с там ультрамаксимальными настройками с RTX, а я думаю, что Google это возможно, то, блядь, я, сука, теперь сторонник Google Stadia, серьезно, ну потому что, блядь, камон, это, так это... No-brainer, что называется. Ты просто можешь, блядь, поиграть в охуительные игры. Мне кажется, с ней все будет нормально, если Google не сделает свой очередной... У Google есть проблема, типа проклятие мессенджеров, которые его преследуют, или мы открываем вещи, а потом их закрываем. Вот очень интересно, типа как было с YouTube Gaming, да, например, или с кучей других сервисов. То есть, если они... То есть даже если он будет хорошо работать какое-то время, я даже мессенджер начал пользоваться внутри YouTube, они его закрыли, как только я к нему привык. Супер вообще, чуваки. И, то есть, если они увидят, что... Ну, то есть, если они смогут найти ЦА, как бы, на выход на эту ЦА, да, там, вставят в каждую рекламу YouTube, наверное, все будет нормально. То есть, у них мощности-то точно есть, у них же эти сервера, которые видео распределяют. Я же с любого региона России видео YouTube должно мгновенно открыться. Это их такая техническая задача. Это очень сложно. И они вливают денег в инфраструктуру в сумасшедшее количество. И кто, если не они, сказал бы я. Слушайте, там еще была история с интеграцией, по-моему, у Ростелекома. Можно купить подписку на этот сервис, но надо купить какую-то, блядь, то ли приставку, то ли консоль за 10 тысяч рублей отдельно еще. У Билайна. И это отдельный сервис и отдельная приставка. А, да? Ну ладно. И у Билайна отдельная. И у Билайна как раз-таки подписка типа именно на игры, но игры не обычные, а типа от Mail.ru. То есть, как бы ты как бы... За 10 тысяч? Там типа по-другому. Там именно типа подписка на игры у Билайна, то есть подписка на игровой сервис и на типа на киношный там вот это все, и на телевидение. Но ты покупаешь Android-приставку.
И вот с помощью нее запускаешь всю эту херню. За 10 тысяч, мне кажется, можно на AliExpress купить какой-нибудь ноут на винде. Наверное, можно. Ну, типа фиговый, с плохим экраном. Коробки вот эти маленькие, подключающиеся. Ну, то есть оно будет на винде, и тебе хватит, чтобы играть. На... И причем, знаешь, клавиатура такая, которая, блядь, встроена с тачпэдом, вот такая и, маленькая. Из мякиша хлебного. Типа это наши тут это, уйгуры собирали в концентрационных лагерях в Китае. Блядь, я, пацаны, сразу вспомнил вертолет из мяса. Слушайте, это какое-то идиома? Нет. Что означает вертолет? Набери вертолет из мяса. Серьезно, есть такое. Вот. Слушайте, ну, я по поводу технологических вещей хотел закончить одну штуку. Тут новость вышла буквально вот только-только, пока мы записываем подкаст. Мы как раз говорили сегодня о macOS Catalina, и что, типа, она не всем подходит. Дело в том, что Apple сама выпустила только что statement, это как это, типа, заявление. Объявление, специальное заявление, да. Для всех диджеев и, типа, всех, кто связан, типа, с музыкой, там, радио и прочих, что если, типа, вы используете музыкальную базу iTunes, iTunes Library, то, короче, вам стоит оставить macOS Mojave, потому что они отключили шаринг iTunes Library XML. То есть раньше можно было с помощью любой программы диджейской, ну, типа там Virtual DJ, Traktor, Serato и прочих других, которые позволяют тебе вживую играть, как бы получить доступ к твоей медиатеке iTunes. Ну, там, плейлисты, артисты, треки, вот это все. Все, теперь быть нельзя. Пошел нахуй. Почему пошел нахуй? Вот. И Apple сама признает, что как бы хуевато, альтернатив нет, поэтому, типа, хоть, если вам нужно этим пользоваться, то оставайтесь на, в общем-то, macOS Mojave. Вот. Все больше и больше причин уйти меня, на винду. Причин для меня, на самом деле, как бы остаться на macOS Mojave и не переходить на Catalina, при том, что на Catalina много классных штук, но, типа, я понимаю, что слишком много хуевых штук. Я, если честно, не очень понимаю. Пока то, что ты сказал, вот как недостаток, я прям подумал, ну да, я пишу, моя тема. Не, ну, как бы, видишь, для меня это важно, потому что я, например, когда играю на тракторе, как бы, как раз делаю наш подкаст музыкальный за Автотюнс, как бы, и для меня это очень важно, вот. Но, с другой стороны, я теперь все эти люди, которые смеялись надо мной, что я до сих пор храню очень четкую структуру папок в папке Music, и что до сих пор всю свою медиатеку порядка 100 гигабайт храню тоже при себе. Я вот наконец-то говорю, ты отомстишь им всем. Вот, пацаны. Тимур, точно я также на футболке, я же говорил. Я также с мемами. Ну, то есть я дождусь своего времени, и моя папка на рабочем столе про мемы на все случаи жизни, она еще увидите. У меня тоже есть такая папка под названием «Фан», короче. В ней мемы, отсортированные по годам, короче, есть мемы с 2003 года. Это вы специалист-мемолог, как я погляжу. Конечно, я профессор мемологии. Слушайте, мы заканчиваем, на самом деле, наш подкаст тем, что рекомендуем вам статьи, которые нам показались интересными. Я не читал ни одну, если что. Слушайте, мы зато с Денисом почитали, пока Дима играл во все игры в GeForce Now. Вот. Довольно классная статья, кстати, которая мне очень понравилась. Я прям реально очень советую вам почитать. Тут на VC.ru, в общем-то, Аркадий Маренис, очень известный инвестор. Вот. Если что, почитайте в Википедии, кто такой Аркадий Маренис. Это реально очень крутой чувак. Он составил на основе там довольно интересно вообще там книги и статьи, короче, 85 пунктов, так называемые, ну, это, типа, там есть у него полная ссылка на все 85 пунктов. Да, да, типа, это пробник 15, но по полный доступ 85. Да, он сделал 15 пунктов того, типа, как быть хорошим SEO, ну, то есть, как быть хорошим управляющим компанией, ну, или в российских реалиях гендиректором компании, или генеральным менеджером, вот. И там довольно классные сами все пункты, и, как бы, если что, если у вас хорошо с английским, переходите, в общем-то, впоследствии на сайт HackerMoon, как бы, да, и там, в общем-то, можно почитать HackerMoon. 85. Ну, на нему. Ладно, HackerMoon, короче. Я идиот, ладно. Короче, и, в общем-то, переходите, почитайте все 85 пунктов, вот, там довольно классные штуки, типа, если вы интересуетесь бизнесом, управлением бизнесом и так далее, то, как бы, это очень классная вещь, вот. Вторую я расскажу, потому что я ее туда добавил, и... Это значит, чувак с VC.ru на той неделе порылся в исходниках Инстаграм-хакер. Нет, он просто, в общем, разгадал.
Он разгадал, как работает образование ссылок. Ну, как разгадал. И смог таким образом как бы понять, какие именно самые старые фотографии были загружены в Инстаграм. И нашел самую-самую первое фото, загруженное Кевином Систром 16 июля 2010 года. И... Систром или Сайстром все-таки? Я не знаю, написано Систром, я прочитал Систром. Ну, я... И хорошая новость в том, что наконец-то пёсели победили. Наконец-то, ну то есть... Это был не котик, это был пёсель. Да, это был не котик, первый был пёсель. И я вхожу в эту группу тех, кто за пёселей, поэтому я рад за нас. Да просто там уже был прикол в том, что первая фотография якобы была пёсель с ногой будущей жены Кевина Сайстрома. А выяснилось, что на самом деле первой фотографией, судя по времени, была не эта фотография, а фотография, короче, сделанная в бухте. Там лодочки такие, вот. Потому что она была загружена, типа, чуть-чуть раньше. Вот. И как бы, якобы еще есть первые две фотографии, которых больше нет. Типа, которые были вообще первая и вторая фотография. Mm-hmm. И вот их, типа, их удалили, их нет уже в сервисе. Вот. А третья фотография есть. Представляете, что Инстаграму почти скоро 10 лет. Ну, то есть ему 9 лет в этом году было. И еще будет 10. Ты представь, что айфоном там 12 лет или что-то такое, 11. Ну, то есть просто мы через 10 лет будем сидеть в виртуальной реальности. Представь себе, Дима, что тебе 34 года. Каждое утро представляет, как... Когда видит количество песка на кровати. Бля, какая же ты мразь. Я на самом деле каждый раз думаю о том, насколько я становлюсь старее. Как бы я тут приходил недавно к бабушке двоюродной. Не, ты на нее похож. Не, у нее деменция, короче, и она меня не узнала. Ну, как бы печальная, на самом деле, история. Первый раз в жизни такое случилось, типа, ну, оно прям прогрессирует. И смысл в том, что мы стоим, короче, она, по сути, меня заново, типа, узнает, как... Ну, то есть она знает, что, типа, есть некий там Тимур, там, да, там, сын моей мамы, который она, вот ее она знает, короче. Вот я прихожу, и она меня заново узнает. Говорит, а ты, тебе же сколько лет? Я говорю, там, 33. Она говорит, ты какой-то прям совсем взрослый стал. Очень. И такая, знаешь, с недоверием таким. Что-то ты какой-то. Мужик какой-то непонятный. Ты, знаешь, какой-то ты взрослый ты стал. Знаешь, типа, как будто ты там, типа, как будто ты жирный такой, знаешь, типа, какой-то ты взрослый стал такой. Типа, знаешь, непорядок. Нельзя быть таким взрослым. Я такой, сука, реально нельзя быть таким взрослым. Короче, это ужасно. Вот. Слушайте, и третья статья, которую хотел посоветовать я вам, довольно классный материал на dtf.ru. Короче, его суть заключается в том, что там с философской точки зрения рассмотрели сюжет Prey, нового Prey, который 2017 года. И, в общем-то, там ну, с точки зрения идеи трансгуманизма, отношение к тому, что такое человек. Спойлеры, кстати, если вы не играли в Prey, то имейте в виду. Ну, ты, короче, да, то есть я, на самом деле очень крутая статья для того человека, который, конечно, там прошел Prey, типа, и я советую обязательно почитать, посмотреть, типа, потому что классно именно разбор сюжета, вот, и там всех сущностей. Вот. Это, разбор кажется, лора, скорее, да, я бы так сказал. Да, довольно классная тема. Некто Ширман вот. Котик пишет нам, Денис лучше всех, и я даже знаю, кто это. Нет, спасибо вам всем, кто такое пишет. Вы такие супер. Спасибо, ребята. Люблю вас. Ну, а мы должны сказать спасибо нашим замечательным патронам, которые больше всего заносят нам денег на сервисе Patreon. Это Педи Трейд, Алекс Вудблок, Александр Павлов, Алексей Петров, Алексей Кольцов, Антон Серебренников, Антон Жмуров, Артем Логинов, Артур Галиулин, Back to School YouTube канал фотографии, daylogin.ru, 15 октября в Москве бесплатная конференция по Data Science. Дениска, пойдешь? Я уехал уже, ну, сходил. FunkoPopRussia.com, коллекционные фигурки в России. FX4Trader.ru, Григорий Яфа, Илья Кузнецов, Иван Ткачев, Джаггер Меш, Алекс Колов, Майк Брюханов, Мистер Берни, Орех, Павел Петлич, Павел Стайков, Полониум, Реплей Гейм Кафе в Санкт-Петербурге, Слава Украине, Ти Юджин, Валерия Неборская, Варвара Яфа, Владимир Ходаков, Владислав Сульяновс, Вова Стельмащук, Зив, Алексей Пазников, Арсений Вайс, Аугментированный Апельсин, Гопник с автозавода, Дмитрий Лобаков, Женя Тонев, Михаил Аронов, Сергей Зарклименко и Ярослав Харищенко. Я могу сказать, что у нас пара новых патронов. Это все был Вутан Клан. Да, у нас это было все... да. Пара новых патронов. Большое вам спасибо.
Спасибо вам, ребят, короче. Да. Я, кстати, знаете, что мы тут говорили про конференции, только что хотел сказать, что если вы вдруг являетесь там каким-то маркетологом или еще что хуже, там, типа пиарщиком каким-нибудь или что-нибудь в этом роде, вот, то 16 ноября в Новосибирске пройдет конференция «Груша» про диджитал, там, маркетинг, пиар и вот эту всю хуйню. И я там буду выступать. Первый раз в жизни еду в Сибирь. Вот. Я буду рассказывать про подкасты, про рекламные форматы в подкастах, про монетизацию подкастов и про прочую вот эту всю как бы, классную штуку. Поэтому, если вам интересно послушать, если вам интересно меня увидеть, если вы вдруг ходите в Сибири на маркетинговые конференции, я понимаю, что это очень странно звучит, да, короче. Но если вдруг, то вы приходите. Это мы сегодня, кстати, с ребятами до записи подкаста обсуждали, что... Представляете, диалог между двумя людьми. Говорит, вот держи свою оленину. И человек говорит, да, спасибо, как бы, вот я как раз переехал за олениной. Диалог, который... Серега, ты можешь раз в жизни ты отдаешь оленину, и раз в жизни ты понимаешь оленину. Ни в одной из этих ситуаций я не знал бы, что я делал. Типа, во-первых, нахрена мне оленина, во-вторых, кому мне ее отдавать? Я просто не представляю. То есть, это, знаешь, это диалог, который никогда в жизни не придет в голову. Его хорошо использовать какой-нибудь стоп-фразы, знаешь, для ваших... Да, для BDSM, точно. Отдай оленину. Пиздят, а ты говоришь, оленину! Отдай оленину. Тебе как бы снимают пенис, жгут, забирай оленину. Или, например, у вас в банке вам просят какую-нибудь кодовую фразу придумать. Вы, пожалуйста, отдай ленину. Чем плохая история? Хуй кто догадается. Да. Я могу сказать, у меня во всех банках, кстати, совершенно нерелевантные, очень странные слова. Я каждый раз, когда их произношу, реально я чувствую, как... Скажешь? Конце... Просто оценим с Димой. Не, я имею в виду, как на том конце провода в этот момент люди, знаете, такие, типа... Бля, короче, я прям чувствую, как они в этот момент охуевают от моих кодовых слов на самом деле. Ржавый, 17, рассвет, печь, 9, добросердечный, возвращение на родину. Товарищ ржавый гвоздь, да. Ладно. Короче, пацаны, 16 ноября, конференция «Груша», если что, если кто-то... Ну и там, соответственно, я надеюсь, что у нас получится всем просто вместе увидеться там, если кто-то есть из Сибири, и мы захотим там, соответственно, в этот день как-то встретиться. Вот. Да. Слушай, Дим, спасибо, ты помнишь, вам, нужно сказать, когда ты будешь выключать, чтобы я звук проиграл. Помнишь, мы готовились к этому? Давай. Сейчас? Да. Секунду. Ну, всем пока, надо сказать, что да, да. А, всем пока, спасибо за то, что смотрели. Давайте, чао. Всем спасибо, что смотрели. Пока-пока. Счастливо, ребята.